По-моему, оно такое же было. Ну, такое. Ок. Модс. Reload Mods. Вообще, Tremor изменился с 1.3.2.6 на 1.3.2.7. Что-то мне кажется, там не очень много обновлений так-то будет. На 1000-ю где-то. Здорово, Архикраб. А может быть даже и меньше. Но мы еще посмотрим. Так, перезагрузил весь мод. Окей. Пойдем за капопрайдного меня. Так. Шокерон, заткнись. Окей. Оп! И у меня вылетает террария. Прикольно. Неплохо. Обновился неплохо. Окей. Да, попытка номер два. Хорошо, террария обновилась. Мне нравится прям. Пум-пум. Нюка-нюка, вафель-вафель. Так, окей. Террари больше не вылетел. Это хорошо. Значит, изменили мой ножик. 1394 урона. Не, ножик не изменили. Это тоже хорошо. 20%, 9, 15, 10 дефенса, бла-бла-бла. Все то же самое. В принципе, все то же самое. Пока ничего измененного не замечаю. Что меня очень сильно радует. Так, шляп. Ну-ка, давай проверим полет свой. Нормально. С Земли до космоса. Все ок. С полетом тоже все замечательно. То есть, все самое важное для меня не фиксанули. И это хорошо. Меня, в принципе, это полностью устраивает. Они изменили модельку конфеток, они сделали, по-моему, их побольше. Окей, пускай конфетки будут побольше, например. Ну, прыжик тайл сами. Так, я хотел вызвать боссу. Мне нужно вызвать Китай. Точняк. Я ж фармлю мешки, чтобы приманку на Китай сделать, нужна вот эта вот... Стармил. И мне остался только один Void Bar. Вот что я фармлю. Йо, я забыл, что все-все. Окейно. Окейно. Погнали еще фармить мешочков. Мешочки падают. Блин, нет. На самом деле, они тупо не падают. Вот. Но, в принципе, их можно выбивать абсолютно с любого моба, который тупо тебе встречается по пути. Как на поверхности, так и под землей, кстати говоря. Возможно, на самом деле я глупо поступаю. Возможно, можно пойти фармить себе еще и души. Хотя, с другой стороны, нет. Потому что мешочки будут сгорать в лаве, в то время как души-то в лаве не сгорают. Пацаны, мешочков надо. Мешочки надо. Надо. Так, что у меня там 1233 урона? Окей. Даром, медлайк. Что за крылья такие? Крылья с алхимического этого. Пилара. Пиларные крылья. Они удалили мусор какой. Они прям так и написали. Remove bad drop. Да не особо, ты знаешь, кожа там всякая осталась. На самом деле, Свегман, я, например, вот не считаю этот дроп мусором. Ну, прикольно, на самом деле, когда сварья, тебе падает кожа, когда сварья, тебе падают бутылки на халявные. Бутылки на халявные, это вообще приятно, на самом деле. Вот, поэтому, ну, такое себе. Я не знаю, почему все взъелись на этот типа мусор. Мне это не лень инвентарь освободить от некоторого там бреда. Я Сильверлиф считаю и Ватерлиф считаю мусором. Я же не Ваня по поводу того, что их надо из игры удалить, правильно? Вот, не надо так. Да. Шокерончик там наверху почнут. Окей.
А мне его надо читать? Кстати, как там водная ферма-то поживает? Нормально. Кстати, по поводу водной фермы, может, в океане проще будет? Я так подумал, мимо крокодила. Может, в океане реально проще будет все это дело добывать? Го домой. Так, шляп. Туруту, туруту, шляп. Кстати, рога единорога как раз у меня кончились. Так, мне нужно Батлипотион. Желательно даже две. У меня оно одно. Так, Батлипотион. Так. Спаун рейт у меня повышен. Погнали в океан. Стоп, новая броня, что ли? Я в броне паладина сейчас. У меня паладинская броня. Я решил себе пока не делать найтморовскую. Просто потому, что паладинская броня мне дает такие дикие бонусы на мели атаку. И у меня меч на 1300 урона. Ну, то есть, если я сделаю вот так вот. Вот, то это меч будет на 1317 урона, да? И, собственно, блин, этот меч стоит того, чтобы поставить себе эти набафы, честно говоря. Гомасону елку на... Чё? Кого назад? Куда послать? Куда пойти? Сколько вешать? Земля, да, попонятнее немножко. Так. Наверху почноут, он большой весьма. Где наверху-то? Наверху, в смысле, в меню почноут? Ты же понимаешь, что если я сейчас выйду, я окажусь снова около дома, да? Ой. Слышь? Иди сюда. У тебя костюм елки был с треугольной головой. О, ты брось, это когда было? Ты что, это было 200 тысяч миллиардов лет назад. И вообще не было такого. Так. Я кинул. А, ты в чат кинул наверху. Окей. Я думал в игру. Так, вот весь почноут. Ноги. Давай посмотрим пока. Значит так. Бла-б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 ла. Так. Fix Lunar Roots Bad World Encode. Это чтобы больше корешков, вот этот Lunar Roots, да, чтобы их просто тупо в мире больше было. Remove Bad Drop. Ок. Fix people getting stuck on recipe browser, building load cache tremor. Это они исправили, ну, типа, основную ошибку, благодаря которой вылетала игра. Гоблинская армия. Все репорты по поводу багов, бла-бла-бла-бла-бла. Так, они увеличили... Они бафнули гоблин-ассасина ХП с 90 до 200. Стандартного чувака... уменьшили жизнь со 175 до 75 и наездника со 100 до 50. Вопрос нахрена. И бомбера уменьшили жизнь с 90 до 45. Короче, чтобы ассасины дольше жили, чтобы тебя дольше с луков стреляли, но при этом обычные чуваки будут подыхать в разы быстрее теперь. Так, сейчас, я еще... Где? Вот. Вот я сказал. Так, я сейчас чатик вот так вот вниз, так, оп. Здорово, никто. Так, дальше что у нас там идет? NPC. Так, я нашел в патче Desert Springs. Так, это бред. Desert Princess now spawn in the desert biome after Plantera. Так, есть пустынная принцесса теперь, которая спаунится в пустыне после убийства Плантера. Это, видимо, непись новый. Уменьшена жизнь пустынной принцессы до 8000-22000. Пустынная принцесса... Подожди, это непись или это... Это новый моб, походу.
Я так понимаю, что это новый моб на самом деле. Это не непись. Это тупо моб. Ах, потому что у нее хп уменьшено до 8022. Деф увеличен с 40 до 45. И дамаг... Хотя... Дамаг уменьшен со 110 до 65. Блин, ну фиг знает. Не новый, помнишь, ты испугался, когда она заспаунилась? Не, я такой вообще не помню. Если в джунглях эта мразь летающая, тогда понятно. Так, оба два, Desert Queen и Desert Wasp, No Longer, Immune to All Debuffs, потом... А, они еще теперь не ко всем дебафам иммунны, а только к определенным. И слава яйцам, видимо. О, прикольно. Dark Mass пригодится, в принципе. Так, дальше что у нас там? Берсерк сет бонус updated to summon Rotten Sword 5U. Так, брас сет бонус updated. Брас сет, блин, мне по-прежнему нужен долбанный брас. Я по-прежнему не знаю, как найти. Не помню точнее. Чейнмейл переименован в Чейнмейл. Так, апдейт Stone Armor, бла-бла-бла, Stone Chestplate. Так, это ничего интересного больше нет. Че еще тут? Armor Page updated. No has... А, это Вики, слушай. Nightshop updated, а Rashershop при Hard Mode Enemies Page updated. Окей, одни чуть-чуть Вики еще поправили, но я так понимаю, что даже на Вики не все будет нормального, к сожалению. Да, Хиги, я и для Айзека, и для Террарии добавил, собственно, ссылочки. Которые вы так любите. Больше ссылок, богу ссылок. Так, и давай проверим самое интересное, блин. Упало ли мне... Упал ли мне хоть один мешочек? Да, один мешок как минимум упал. Это хорошо. Ага. Так... Другой вопрос, мне упал только один мешочек или нет? Я не знаю откуда, но я получил две платины, это забей. С каких пор в океане я получаю просто так за минут... Сколько? За 5 минут я получаю две платины. Это лол. Ультра лол, ту-ду-ду-дут. Всего один мешок, но при этом две карты. Это, кстати, любопытно. Это весьма любопытно за счет. Так, ну-ка идем домой. Ща будет мясо. Ща вот прям зуб даю, будет мясо. Потому что вот. И вот. И вот. И вот. Ща будет мясо. Возможно, с этого мяса я тоже что-нибудь поимею. Так, плюс к этому мусор, 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 мусор. Мусор, мусор. Это сюда. И? Тьфу! Ни одного войд-слитка. Пока не прет. Тупо не прете на войд-слитке, к сожалению. Кэнди Корн. Не. Мне предложили, кстати говоря, заглянуть вот в этот магазин к Леди Мун, да, во время солнечного затмения. Я думаю, что предложили мне его не просто так. Health booster, regen health every minute. Да давай купим, господи. 5 платин для меня сейчас это настолько фигня, что прямо так кефе. Так, а что из тебя делается? Оу! Regenerates health every 45 секунд. То есть, каждые 45 секунд у меня full хп будет? Серьезно? Или нет? Походу да. Нужен Golden Claw, Star Bar и Angry Shard. Забавно, забавно. Нет, конечно, не, ну забавно, с другой стороны. Так, оставим тебя. Здорово, чуваки.
Интересно, мешочки падают со всех мобов или только стримодовских? По идее, со всех, потому что мне даже сварья падал в мешочке. Но я не уверен. Ну, брас окунь, что ли? Нет, брас сплав, в смысле. А так латунь, на самом деле. Чак, у тебя только тремор установлен? Да. У меня пока только тремор установлен. Там какой-то слайм в шапке или прикодно был с него. А-а-а, понятно. Окей. Я пока этот почнул читал, я не заметил этого слайма. Да, есть тут такой слизняк, который дает от 2 до 3 платины. Окей, на. Он мне ко мне домой даже просто так приходил. Это было весьма забавно, на самом деле. Пиратен, давай быстрее. Мне еще солнечное затмение переживать по-хорошему надо будет обязательно. Это не мешок? Мне показалось. Ну ладно. Алоэ же сплав, ну да ладно. Алоэ... Ну да, алоэ это сплав, я согласен, но брас же тоже к сплавам. Погоди. Я не могу свернуться пока, ну-ка. Бустер здоровья мана надо держать в инвентаре, не триньку, он сам будет тебе хилять хп ману. Ууу, как приятно, слушай. Окей, свагман учтем. Спасибо за инфу. Такс. Алоэ это кусок чего-то, обычно кусок металла. Не-не-не, алоэ есть сплав. Но брас тоже есть сплав. Давай сейчас вот определим. Вот смотри. Переводчик. Алоэ. Алоэ, сплав. Примесь, проба. Брас. Брас. А, брас это именно латунь. Это брас это не сплав. Это я был неправ. Брас считается именно, короче, латунь. Тупо добавь латунь. Так, немножко полагало, бывает. О, корабль появился, точнее. Корабель, кс-кс-кс. Во, корабль через стену убивает своей убер-супер-пупер-мега-палкой. Очень удобно. Минус корабель. Так, ждем корабель номер 2. И мне нужно обратно забрать батлепотион. Я извиняюсь. Так, это у нас пиратон, насколько я понимаю. Да, это капитан. Капитан-пиратон. Который жопа опять в очередной раз ничего мне не дропал. Фэр. Так, корабль, ты где? Еще одних нельзя вызвать, пока я... О, еще один корабль. Нельзя еще одно нашествие вызвать, пока я предыдущий, к сожалению, не одолел. Я рассчитывал где-то на 3-4 корабля, а не на 1-2, честно говоря. Так, 98. 100. Так. Вызываем новое тут же. А то хрен ли тут. Единственное, что перед новым надо сделать, это надо... Немного лут пособирать, иначе лута здесь будет слишком много, и он начнет обнуляться. Что, естественно, мне нахрен не надо. Так, и с них, собственно, ни одного мешка не упало, к сожалению. Наверное, я все-таки не прав. Наверное, с обычных тримодовских должны мешки тогда падать. I just don't know. Блин. Такс. Шаг, попробуй ткнуть на бустер ПКМ или завязать как зелье. У тебя появится баф с отсчетом, когда тебя будут хилять. Угу. А, 100 хп каждую минуту. Он не фулл хп мне регенит, он 100 хп мне регенит каждую минуту. Окей. Спасибо, Свегман. На-на-на-на-на-на-на-на, Свегман, у нас во всех играх эксперт? Не во всех. Примерно в то количество, которое я играю, минус 3, насколько я понимаю. Да, ребятки, пока мы страдаем бредом, собственно, пока ничего интересного на экране не происходит, я вам предлагаю подумать по поводу того, чтобы завтра собраться в Tabletop Simulator
и поиграть во что-нибудь. Естественно, я, например, хочу поиграть в колонизаторов, потому что мне колонизаторы безумно нравятся, я обожаю их. Одна из моих самых любимых настольных игр. Но помимо колонизаторов есть еще канализаторов, да. Помимо них есть еще масса других интересных настольных игр, которые есть в тейбл-топ-симуляторе, и которым я не обучен. То есть надо принять, что меня тупого такого надо будет учить компьютерной игре. Компьютерной, настольной игре. Я за-за-за-за-за-за-за. Я рад, что ты за-за-за-за-за-за-за, Хеги, но подумать все-таки надо. Шаг, Молчанов ТТ берут. Ты же с нами в прошлый раз играл, Свагман. Вот. То есть я предлагаю, может быть, действительно партийку в колонизаторов, вот. Но также вам лично подумать над теми играми, настольными, которые вы любите, с возможностью меня научить играть в эти игры, которые, собственно, вы любите. У меня тейбл-топ-симулятора нет, бывает никто. Мне его тоже подарили, у меня его тоже не было, как бы. Я тебе больше скажу, наверное, я бы его себе не покупал. Скорее всего, мне почему-то кажется. Так, пиратан, здорово. Хорошо взрывается. Кайф. Так, этих пиратов немножко убил. Этих пиратов тоже немножко убил. Я так понимаю, что у меня всего два корабля здесь опять же будет, да? Потому что уже 77%. А корабель новый что-то не особо спешит приходить так-то. Так, там пират, еще один есть капитан. О, корабль. Так, стопы. Девяносто один процент. Я так понимаю, что как только я убью капитан пирата, то все, ГГ. Девяносто три, 96. Может, успеет еще один корабль прилететь? Да, найс, хорош, 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 хорош. Еще один корабль, это пипец, как приятно. Defeated. Скадыщ. Найс. Так, ну что я могу сказать? Не кровать, не кровать. Так, давай посмотрим, что мне тут по луту выходит. Много бреда. Я тоже... Не, слушай, мешочек упал хоть какой-то. Это забавно. Мешочек реально все-таки есть. Это радует меня. Так, давай проверим здесь теперь. Да, мешочек всего один, но тем не менее он упал. Сейчас начнется день, мне надо пережить затмение. И заодно проверить, опять же, меня советовали затмение. Идите нахер, твою мать. Всю наживку поубивали, уроды, а? Почему миньоны агрятся на мирных мобов? Я вообще не представляю, серьезно. Это такой пипец. Так, ладно. И нет, у меня нет здесь войд-баров. Потому что я нахрен шокирован, вот почему. Хреновато, честно вам признаюсь. Кольцо у меня, насколько помню, уже было. Голд-бары пригодятся. Все золотое, в принципе-то, можно и сохранить, а можно послать нахрен. Такой тоже вариант. Давай сохраним. Золото, 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 золото. Золотой туалет. Куда же без золотого туалета-то? Господи, золотой туалет это святое. Это не то. А, ми. Ж. Такс. Ать. Хорошо. Так, тебе надо продать, 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 продать. Окей, на. У нас нынче день. Будет день, да будет мясо. Больше мяса, богу мяса. Естественно, большинство людей, которые у меня сейчас внутри, они сдохнут банально. Это норма, в принципе. Они знали, на что они шли, когда они приходили ко мне. Так.
Особенно сейчас подлючие эти сферы смерти будут вылетать в дом. Вот так вот, да, на халяву. И убивать моих ребят. На самых верхних этажах, по идее, все в безопасности будут. На какое-то время, потому что мне в любом случае надо на верхний этаж подняться, чтобы к Леди Ночи сходить. Леди Мун. Леди Мун. Теперь у нее есть Restore Soul Life, Eternal Potion. Одна платина. Не понял. То есть это бесконечное зелье лечения, которое восстанавливает 100 хп. И оно, собственно, не материал. Окей, окей. Нерсхат, бла-бла-бла. Здесь ничего интересного, в принципе, нет особо. Так, у вас что тут интересного есть? Так, у тебя нет. У тебя нет. У тебя... Блин, ты не алхимик. Дай мне алхимика. Жопа. Такс. У мага что-нибудь новенькое есть? У мага нет. Кто-то тут очень быстро сдох. Так, у мисс... У этой... Опа! Здорово, мразь. Так, Матрён... Ядрён Матрён, сюда, блин, иди. Найс. Broken Hero Sword. Неплохо. Так, бесконечный банк ХП. Нет, это забавно, на самом деле, бесконечный банк ХП. Так. У профессора... Мана-генератор. Decrease Mana Cosm Player Starting Near. Ха! Забавно. Bug of Dust. Вот это забавная хрень. Уменьшает затраты маны у игрока, который стоит рядом. По-моему, забавная реально фиговина. Так. У тебя, насколько я помню, у тебя должны новые ракеты. Вот, четвертые ракеты, которые разрушают все. Я не помню, это только в эту луну они появляются или нет. Но, по-моему, вот, что-то, короче, особенное появляется у него. В момент... В момент солнечного затмения, естественно. Где посмотреть список игр там? Господи, ты знаешь... Опа! Нихера себе, как бы! Нормальный моб. Нет. Вот это было больно. Моб не стагерится, и моб тебе вешает по 300 урона. Вкусно? Очень. Нет. Окейно, окейно. Так, здесь у нас есть что? Вау! А чего у тебя так много продается-то? Lighting Aura Staff. 100 Defender Med... А, это же таверник. У него продается на этот... как его обзывают-то? Dungeon Defenders, по-моему, они назывались, да, ДД? Dungeon Defenders 2. Вот, у них была кооперация с Террарией, и в итоге в ДД ввели волны из Террарии, а в Террарии ввели дев-кристаллы из ДД. Вот. О, Ядрен Матрён, привет. Интересно, а у Пиратана там ничего не появилось нового? Пиратан. Нет, у Пиратана ничего нового не появилось. Лучник. Holy Arrow, Hellfire Arrow. Вообще, я у него думал стрел прикупить себе, но потом я забил на это дело. Да, потому что я стрелами больше не пользуюсь тупо. Так, здесь какой-то новый меч. А, и его убили, когда я у него покупал. Круто. Неплохо. И обычного мерчанта уже убили. Окей. Ладно, пока не будем продолжать смерти, давай пока будем находиться на первом этаже. Так будет побезопаснее для всех моих. Так, сделаем вид, что я хочу пробав.
Но меня сейчас смущает только новое привидение, которое на меня вышло. Вот она реально пипец только что была. Такой дикий урод. И не стагерится вообще ничего. Сволочь, короче. Что за мопа с крика? Я так понимаю, что это тримодовская версия привидений к обычным, которые здесь бывают. Типа, конечно, ничего удивительного, но больно. Очень больно. Но ничего удивительного нет. Так. Блин, мешочки не те падали. Это немножко не те мешочки, которые я хотел. Так, нужных... Опа! Три мешка! Вот это я понимаю нахер. Вот это нормальный дроп. Три мешка с солнечного затмения. Уже, блин, не зря устроил, называется. Так, пожалуй, надо немножко похилиться. Полезно это дело. В принципе, я уже доволен. Я уж надеюсь, что с трех-то мешков мне хоть один Void Bar, блин, упадет. А мне он нужен, по сути-то, всего один, на самом деле, не больше. Не, ну да, да по-хорошему больше, но чтобы скрафтить наковальненьку, нужен всего один. Praise the sun. О, господи. Не, Свегман, пожалуй, такую я что-то... Прависать ни хрена не вкачу. Что-то как-то... Зах. Честный и откровенный зах. Ядрёд Матрен больше не приходит. На самом деле, мне она не особо так-то нужна. Можно сказать, что я рад, что она не приходит. Но, тем не менее, странновато. Немножко. Да и моб вот этот ультра... Короче, ультра-привиденьку у меня всего один раз был. Что тоже странно, по-моему. Так, давай продавать, продать, 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 продать. Во, неплохо. В принципе, напродавал уж на полторы платины так-то. Хорошее затмение, мобы интересно. Так, как можно заработать 5 платины? Ну, смотри, собственно, мне их 28. Я их трачу по КД. Я перековку устраиваю по 4 платины. Как ты думаешь, как я зарабатываю все эти деньги? Ответ очень простой. Нашествие. Нашествие пиратов – платина. Нашествие, вот, пожалуйста, луны – 2-3 платины. Повезет со слизняком в тримоде, слизняк тебе дропнет по 2 платины. Просто один обычный нахрен слизняк, который дропает по 2 платины. Завалишь бруталиска, бруталиск дропает от 10 до 20 платины. К вопросу о заработках. Просто завали бруталиска. Бруталиск это очень легкий моб. В смысле, босс. Если не попадать, конечно, на его миньонов. Вот. На миньонов не попадаешь, бруталиск тебя не может долбить. С него падает от 10 до 20 платины. Я в прошлый раз, по-моему, 13 выбил. Изи как бы. Чак, я про Warframe. А, ты про Warframe. Я думал, ты про Террарию. Мы же Террарию прям. Как в Warframe заработать платину? Торговать, 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 еще раз торговать. Предлагать людям то, что, как ты считаешь, им понадобится. Либо то, что тебе не нужно, и на этот хлам искать себе покупателя. О, здорово, Матрён. Я вон моды разлома продаю. Ты видишь, они не очень сильно продаются. Видимо, переболели уже люди. Моды разлома нахрен никому не нужны. Некоторые продают фреймов новых, которых выбили. Red пазл фрагмент. Хм. А я где-то пазл фрагмент собираю? По-моему, да. Где-то я пазл фрагменты, блин, собирал ведь. Я прям даже не знаю. Сейчас, секунду, ребят. Так. Это у меня от количества мобов аж подлагивать начало.
Игра. Блин, я не знаю, куда я собираю пазл фрагмент. Слушай, косяк. У меня зеленый пазл фрагмент точно был. Сюда, что ли? Нет. Короче, я куда-то собираю пазл фрагменты, но я не помню куда. А, во, вот сюда я их собираю. Окей. Так, два пазл фрагмента есть. Осталось еще два, и тогда я смогу завалить при хардмодного босса. Можно вопрос, а стеклянный этаж это какой? Это вот этот вот. Как я тебе могу еще ответить на твой вопрос? Это который вот, вот. Обычный стеклянный этаж. А, что это такое? Money sack? Окей. Прикольно. Мешок с деньгами тупо. Not bad. На самом деле, Кать, мне недавно стало лень торговать, и мне очень вовремя упало 75% скидка. Поэтому я себе еще 2к платины просто накинул на... Ну, с помощью 75% скидки. Там цены вполне себе демократические становятся, если покупать в рамке платину за реальные деньги. Да, но по скидке в 75%. Тогда цены вполне себе демократические становятся. И можно достаточно легко себе, собственно, платину купить. Главное не покупать без скидки, потому что это... Там без скидки вообще конские цены. А вот со скидкой в 75%, скидка бывает 25, 50, 75%. Вот по 75% скидке вполне себе нормально покупать платину. Я себе вот недавно 2000 купил и снова доволен жизнью. Мне было лень ждать, когда у меня хоть что-то купят, скажем так. То есть, я же в рамке не сижу по КД, да? Раньше я сидел, торговал, и действительно на модах разлома по-честному поднял 4000 платин. Вот, но сейчас мне очень лень, и захожу я в нее достаточно, ну как, на стримы иногда вечерком. Вот, поэтому я решил себе купить чисто. Здорово, Смета. А как покупать? В стиме нет вроде. Ты должна в рамку зайти... Там, где там бустеры, вот эта вся покупка, там внизу будет платина. Нажать, тебе откроется отдельное окошко, в котором ты будешь покупать платину. Короче, если ты смотришь, то есть у тебя вот, ты смотришь на свою основную кабину, да, впереди у тебя карта, слева у тебя Warframe Wiki, грубо говоря, по которой ты смотришь, выбираешь квесты, прокачка оружия и так далее. А справа у тебя будет непосредственно магазин Warframe. Вот. В этом магазине надо уже все смотреть. О, Матрён, привет. Окей, на. Еще Матрёна убили. Крылья Матрёнины я снова получил, я смотрю. Мне, по сути, даже, кстати, Broken Hero Sword больше не нужно. Мне их тупо 5. Я думаю, больше 5 они мне тупо не понадобятся. Так. Ина. Да, мне надо сейчас снова в магазин дуть. Ну, у меня, собственно, 4 мешка уже. Это неплохо. Так, спаунрейт у меня все еще повышен. Так, давай. Значит, продать, продать. Продать, 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 продать. Продать, 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 продать. Продать, продать. Это тоже мусор. Это мусор. Окей. Я не знаю, это вот регинилка по 100 хп. Ну, типа, я ее себе оставлю, но это мусор, конечно. Потому что у меня банки регинят по 150, мне уже давно надо скрафтить банки, которые регинят по 200. Нахрена мне реген по 100? Фу, я вообще не в душе нигде. Так, у нас началась ночь. Ночка, 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 тер-тер-тер. Итого, за нашествие пиратов я не выбил ни хрена, либо один, насколько я помню. Вот, здесь я выбил 4, собственно. Один я за нашествие пиратов выбил. Мешок. Так, давай так, мусор, 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 мусор. Ну, скрестим пальчики, что ли. Да, слава яйцам! С последнего мешка из 4, но мне все-таки упали 6 войд баров сразу. Аллилуйя, ёпта.
Здравствуй, Туфи! Все, в кабине сканер. Он за что отвечает? Да хрен его знает, я им не пользуюсь. Просто фигня какая-то. Шак, разве твоя солнечная махалка не на автоатаке? Зачем постоянно жать на крысу? На кнопку, может? Не знаю. Рефлексы, привычка. Я вообще не всегда жму постоянно. Возможно, тупо привычка. Секунду. Так. Значит, теперь мне надо скрафтить супер-пупер-мега-блин-алтарь. Мне для этого надо 15 слитков войдовских. Надо посмотреть, что мне еще для него надо. Так. Угу. Мне надо 15 gold бар, 15 метеорит бар, 3 арбы и 5 звезд. Так. Метеорит бар 15. Gold бар 15. 3 арба. 5 звезд. Кина. Таранг! Таранг! Ей! Супер-пупер, убер, мега хрень. Давай, допустим, сюда ее пока поставим. Вот. Теперь на нем можно крафтить слитки. Я так понимаю, что звездные слитки. Звездные слитки, по идее, крафтятся из метеорита. Метеоринум. И благо этого метеорита я добыл на самом деле весьма приличное количество. Где он? Вот он, метеорит бар. Шкап. Такс. Кревет. Так, я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохой моб. Ой-ой-ой. Ой, уйдите нахрен, пожалуйста. Я вас нифига не звал. Молодец. Так. Я чё-то не понял. Я думаю, я звездные слитки из метеоритных слитков должен скрафтить. Блин, опять ультра хрень пришла. Но вообще не похоже на самом деле. Метеор Став. Сумон Метеорс. Тоже забавно, но блин. Так, окей, да, еще посмотрим, из чего мне надо что-то крафтить. Эти твари нифига меня в покое не оставят, насколько я понимаю. Так, шляп. Шляп. Хм. Да, тогда посмотрим Nightmare слитки. И кластер шарт я еще посмотрю. Такс. Такс. Крысу, мышь. Ах. Просто твои такие отчетливые нажатия, как будто крысу реально вдавить в стол хочешь. Житейский гусь, называй, пожалуйста, мышку мышкой. Читать неприятно. Может, кто знает, как называется мод на террари, который показывает боссов, которые убиты, которых надо убить. Босс-чек-лист. Муж прикормил берег, теперь эти наглые тварьки приходят на балкон и в нагло заглядывают в окна. Мол, орехи давай, Шаг, поставь колечко. Да, кстати, логично. Спасибо. Чтоб фаунрейт убить. И... все, у меня не... А, нет, вот, батл поушен брать. Так, скрафтинг. Из этой фиговины мне... У меня только суперзелье может быть. Сумон бруталиска может быть. Даггер может быть. И фласки. Короче, это хрень. Так, Найтмар слитки. Лимит, Найтвер бар. Селестал сайт. Космик фьюэл. Нет. Можно троттер и меч сделать, но опять же, он мне нафиг не нужен.
Броню я решил, что я пока делать не буду. Moonlash Limit Bar, Nightmare Ball... На... И Platinum Bar и Gold Bar требуется? Серьезно? Окей. Угу. Здесь нужен будет Брас. О, кстати, может для Браса надо было эту фигню? Как делать латунь? С помощью меди, по идее, тогда, правильно? Если я ничего не путаю. А я могу, я такой. Так, ну-ка, медь куда мне наверх? Нет. Просто нет. Может, падающая звезда участвует в крафте? Логично. Если старбары, может быть. Да, посмотрим со звездой. Так. Дай. Так. Да, действительно. Старбар. А, с руды. Найтмер Оре, метеорит. Оре вот это вот. И три звезды. И тогда уже получается, собственно, звездные слитки. Так. Теперь три звезды. И еще мне нужны... Нужно много ора. Все орем, пацаны. Так, вот ты много ора. А Найтмер Оре у меня, к сожалению, мало. Ну да, я хотя бы пару метеоритных слитков сделаю. И посмотрим, что из них можно делать хотя бы. Так. Метеоритные слитки. Ой, это за звездные слитки. Так, что из тебя сделать можно? Из тебя делаются Alien Blaster. Не хочу. Космик Рел. Вот. Вот эта фиговина мне нужна. Мне нужна креветка. Креветку, я так понимаю, это просто фигня, которая ловится в океане. Ну, в принципе, это возможно. Ладно. Мне нужно 16 старбаров. И 16 альфа-плазмы. Альфа-плазмы тоже есть. Так. Дальше это на бустер. Ок. Это тоже на бустер. Nuclear Star. Окей. Star Blaster и Star Drill. 250 пикекс пауэр. У меня 225. Ну, типа, можно, конечно. Но у меня нет True Essence. К сожалению, у меня нет Nightcore. У меня нет косметит, у меня нет Hardened косметит. У меня есть Starbar, и у меня есть Lunar Root, по-моему, кстати. Окей. Тогда, что мне надо? Мне надо добывать сейчас много Nightmare Ore. Чтобы сделать нормальные Nightmare Бары. Так, Nightmare Ore. Прям вообще. Так, зря я на самом деле вниз так полетел, идем наверх. Мне нужен пробав. Я не понял, где мой хлыст. Так, в настройках что-то сломалось, слушай. Грэппл, ну. Так. Почему мне не действует хук? Не понял. Её что, из игры вывели, что ли? Поэтому у меня хук больше не действует? Чё за бред? Почему не действует моя сквид тентакля? Такс. Окей. Ох, как у нас там джунгл споры. Вайн, по-моему, так она крафтилась, нет? Да. Ну-ка. Ага. Вот это действует, собственно. А эта тентакля, короче, не действует. Видимо, она из игры выведена, так как слишком имба, типа, была. Я не знаю почему, но это очень тупо. М-да.
Ну ладно, ну ладно. Русалка злобна, определенно. Шаг, так скрафтишь пиларный хук, он тащит. Тоже логично, в принципе. Я только не помню, он расстрояется или нет. Но, в принципе, можно, конечно, пиларный хук скрафтить. Я так понимаю, что он с помощью лунар этих слитков еще крафтится, да? Лунаровский А, он из всех, что ли, крафтится? Так, погоди, он из всех, что ли, крафтится просто? Он расчетверяется и крафтится из всех. Да? Да. Да. Лунархук. Да, он крафтится из четырех, он расчетверяется, по идее, тогда. Раз, два, три, четыре. Да, вот у тебя. Ну и да, он достаточно длинный. Окей, засчитано. Так, хук мы отправляем сюда на всякий. Жалко, что этот тентакль не работает, блин. Вообще обидно сейчас было. Ну да ладно, ну да ладно. Если предмет выводит из игры, у него иконка белый квадрат, а название просто название моба. Ну фиг знает тогда. Такс, значит, мне нужна руда. Мне нужно очень много руды. Так, тебя вызвать, тебя вызвать. Вас с обоих двух засумонить. Пробав, пробав, пробав. Такс, мне надо, наверное, в проход джунглевый, потому что там я меньше всего копал, насколько я помню. Чтобы просто тупо больше прокопать. Такс. Алтарь, это норма. А, не, слушай, я здесь наоборот вскапывал, да. Я здесь наоборот был, я здесь много чего копал. Много чего копай. Надо было зелье прокоп еще, кстати говоря, выпить. Немножко не додумался. Копать надо тогда вообще в другом месте теперь, потому что мне здесь мало руды будет. А руды надо... На самом деле руды-то надо не особо много. Мне руды надо всего лишь 16. Насколько я помню. То есть мне можно 16 руды достать и забить на это дело, на самом деле, большой толстый. Сколько у меня? 18. Изи. Лады. Такс. Traveling merchant has arrived. Чё ты мне принес? Удочку ты мне принес наконец? Жопа такая. Нет, он принес две картины. Пускай будут. И много бреда. Две картины и много бреда, к сожалению, это не удочка нифига. Ну да ладно. Два. Две прикольные картинки. Значит так, теперь мне надо идти в океан и поймать себе кровятку. Погнали в океан. Почему ты не дракончиком пользуешься? Каким? Шаг, скрафти того копательного маунта, он тоже... То есть, вообще не хочу. Вот вообще желания нет. Я так понимаю, что ты про эту, про мега-дрель, на которую ты, типа, летаешь и копаешь. Мне она так не нравится, ты себе не представляешь даже. Я не буду ее крафтить совсем. Мне эта дрель тупо не нравится. На самом деле, дело просто в принципе. Ну, вот не нравится она мне. Не нравится и точка. Ну, сумон который... А, драконы Стардаста! Я им не пользуюсь, потому что у меня эти шарики.
Я драконом Стардастом никогда не пользовался. Мне не нравится тоже. Мне шарики вот эти вот нравятся куда больше, чем дракоша. У них, помимо того, что эти шарики сами по себе рулят, у них атака частая, у них их снаряды остаются в мобах и наносят постоянный урон. Меня это устраивает, честно говоря, куда больше. Такс. Шляп. Погнали. Ревел Шарк. Ривер Шарк. Окей. Акула какая-то. Троут не надо. Мне интересно. О, шримп. Да, в натуре, слушай. Окей. Креветку есть. Это мили оружие. А, это кирка на 100% пикекс пауэр. Прикольно. Так, теперь мне надо что? Теперь мне надо, значит, у меня есть 2, мне надо 16, мне надо 14 всего. 14 так, мне надо 14 метеорит. Так. И мне надо 42 звезды. Звезда. Так, хорошо. После чего мы делаем слитовки. Замечательно. И альфа-плазма. Мне надо еще 16 альфа-плазмы. 16 альфа-плазмы. Так. Тарань. Тарань. Текс. Теперь как его убивать? Просто использовать от фигурина, да? Ну, учитывая, что все мобы в последнее время меня кернят очень сильно, прям вот очень сильно, мне надо себе таки взять неплохих бафов, честно говоря. И пожрать обязательно баф. И детект мобов по-хорошему баф. Такс, ну, я не знаю даже. Такс, набаф, набаф, набаф. Стрёмно что-то. Речная акула в океане. Террария такая террария. Не придирайся нифига. Ну ладно, погнали, чего уж тут. Воу! Нихера себе! Окей, одно наносит реально много урона. Оно делает реально очень больно. И почему-то я не наношу ему урона. А, вон, начал снова. Падла, как же ты много урона-то вешаешь? Ай-я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 й
хо-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 х
Неплохой босс, да, и конкурсы у него интересные. Я так понимаю, что основной дамаг, который он мне нанес, он нанес именно огненной атакой, на самом деле. Ау. Да, вот это именно. Когда мне там 2, 1... А с дробовика-то поинтереснее получается, честно говоря. Реально прилично поинтереснее с дробовика получается его ушатывать. Да, неплохой китец, на самом деле. Барак-китец. Это реально, короче, этот... как я эту падлу-то океанскую зовут? Фишерон, короче. Тримодный фишерон, блин. Comet has struck the ground. О, у меня комета прилетела. Окей. Блин, прикольный босс. Урона наносит очень много. Вот прям непродолбенно много. Но босс прикольный. Ицакиста за касатка. Босс! Так, что мне с него упало? С него мне упал... А, Cosmic Fuel. Как раз с него упал...
Last Cannon, 700 range damage. Это, короче, просто тупо ласка. На 700 дамаги. Но ласка. И крылья? Ну-ка. Такс. Крылья. Серьезно? Эти крылья долетают туда же, куда долетают обычные крылышки предпиларские. А вот это нахрен пиларские крылья. Вообще разочарование. Вообще. Как им не стыдно это называть крыльями? Стартрупер ко мне пришел. Оу. Привет. Однако, что ты можешь? Flame Burst Pistol. О, огненный пистолет. Прикольно, видимо. 347 range damage. Давай-ка я посмотрю, что это такое. Increase projectile speed twice. Удваивает скорость моих прожектайлов. Окей, что такое? Enforcer Shield. 50 дамаги. Increase melee damage and speed as... когда мало хп. Increased invisibility after taking damage. Ничего так, щит на 50 дамаги. Chain Bow. Shoots Cosmic Rays. Лук на 400 дамаги. И, собственно, это метание на 450 дамаги. Вот это любопытная херня, конечно. Вот это очень сильно любопытная херня. Щит на 50 дефа, блин. Но куда? У меня помимо дефа все очень сильно увеличивает мои статы. А тут щит на 50 дефа, блин. Интересно, погоди, а этот щит работает? То есть он должен давать мне неуязвимость, когда я получаю урон. Работает ли он... Так, гоу. Работает ли он, когда у меня больше 100 брони или нет? Вот в чем вопрос. Потому что, по идее, должен работать. Без идей, скорее всего, нет, мне кажется. Но мы сейчас посмотрим. Нет, он не работает. Он просто дает мне не продолбить дамаги. Но так как брони у меня больше 100, неуязвимость после удара не работает. Вот. Окей, щит мусор. Дальше. Увеличивает скорость прожектайлов 2... Блин, Мун. Так, увеличивает скорость прожектайлов 2 раза. Что-то не особо вижу, чтобы увеличила скорость прожектайлов на самом деле. Не, чё-то не увеличивается, слушай. Тысяч 300. Не, криты-то залетают неплохие с ласки. На то она и ласка, блин. Я стираю врагов лаской. Но она слишком уж она медленно стреляет, я так понимаю, на самом деле. Урона очень много единоразово, но очень она медленно стреляет. А если посмотреть вот это новое оружие? Так, погоди. Оно что, АОЕ дамажит, что ли, еще? Flame Burst Pistol. У него не так много урона, по сути. Но оно АОЕшит, и оно поджигает. Так, вот так.
Все, регенимся. Вы посмотрите на скорость моего регена, моего здоровья. Она у тебя еще зачалена на минус скорость. Вроде... Ну, это на самом деле не суть важно. Я-то хотел, чтобы у меня прожектайлы реально, ну, то есть, быстрыми были. А эта фигура, ну, тупо не работает. Удваивает скорость прожектайла. Там вообще об удвоении даже речь не шла. Так, какие? Что за лук? Пиу-п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 иу. Ага. А вот лук, кстати говоря, уже весьма неплох. Вопрос, насквозь он пробивает или нет? Нет, лук не пробивает насквозь. Окей. Ну, это не пробивающий лазерный лук. Не пробивает действительно насквозь, но... Но с другой стороны, вот тебе бёрст, и вот тебе бёрст, как бы, да? Вот и думаю, что тебе важнее. То есть здесь пулька по одной вылетает, по одной стреле. А вот тебе кэндиган, который так шлепает, просто забей. Чё-то кэндиган все равно остается лучшим оружием. Между прочим. Несмотря вроде как на хороший АОЕ дамаг. Вот с этой пушки. Тут АОЕ по 300, да. Но нет. Даже дробовик лучшим остается, на самом деле, выбором. Поэтому я, наверное, даже дробовик здесь оставлю. Ласка неплохая, но нет. Потому что она... Ну вот что это такое? Пил. 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 В то время как я могу, ну, допустим, взять дробовик и сделать вот так вот. А у дробовика еще и проникающий выстрел, то есть, да? Я думаю, даже, в принципе, ДПС метр покажет, что по урону вот вообще не рулет. Причем абсолютно совсем. Что это за часть карты? Это моя аренка для прохода тыквенной луны. Ну вот, вроде как новый чувак, вроде как я думал, крутые новые пушки дают, а нет. Абсолютную фигню дает. В то время как уже имеющийся у меня кэндиган и дробовик намного лучше себя, просто в разы нахрен лучше себя показывают. Так, у меня что-то мусор. Сюда, сюда. Сюда. Найт Мурора. Забавно. Заметьте, какое я себе хорошее место выбрал, да? Никто не спаунится. Кровавая луна проходит без мобов. Замечательно? А то ж. Единственное, что они слева далеко могут спауниться. Вот здесь вот. Упс. Так проще. Хотя ладно, да, пофармим немножко кровавую луну, хрен с ней. Да будет фарм. В итоге немножко разочаровывает, конечно, я согласен. То есть Cosmic Fuel, она мне нужна. Крылья разочарования. Снова чувака, все вещи разочарования. Увеличение в два раза в два раза скорости прожектайлов вообще тупо не работает. Может, у него Blood Moon что крутое продается? А раз не уже не в Blood Moon у него посмотрел, кстати? Ну, давай сейчас в Blood Moon у него посмотрим. Все. Самое главное не упустить возможный мешочек. Мешочков возможных нет. Окей, домой. Так, ать. Оп. Такс. Квикстак. Значит, среди нового. Так, я вот сюда их, как разочарование года, блин, отправлю. Сюда, 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 сюда.
Так, Кина. Иди сюда. Так, теперь где этот чувак-то новый? Новичок, ты где? Либо его слили уже. Что я его что-то не особо вижу. Либо я слепух. Это да. Угу. Это он неплохо ко мне сверху приперся. По диагонали нахер всех поубивав. Ничего так, да, я оценил. И Гидон слил, кстати говоря. Chained Rocket. Вот это новая фиговина, которая у нее в Bloodborne продается. Это просто тупо очень странная милишка. Очень нахер странная милишка. Но учитывая, что у меня милишка на 1500 почти дамаги, брать вот такую милишку на чуть-чуть дамаги, ну, то есть 500 это в натуре уже чуть-чуть, это странно. Так, мне нужен баннер. Again. Больно вообще. Вот эти мобы что-то в HP по КД приходят. У меня даже спаун рейт отключен повышенный. Но они все равно приходят в большом количестве. Вот что может по ДПС с вот этим кандиганом сравниться? Ну серьезно. Это просто забей. Ну, такой себе, короче. Может, он где в другом месте поселился? Нет. А, погоди. Вот, стартрупер. Вот жопа незаметная, а. Ну, я уже после Кровавой Луны на него, соответственно, посмотрел. Окей, бывает. Он чат читает? Нет. Че? Ремчик, ты не очень. А, Луа, ты тоже не очень. Кушать пострим жареная картошка, квашеная капуста, сок горчицы. А мясо! Здорово, Дженнер! А как же мясо? Не, жареная картошка, пойми меня, не пойми меня неправильно. Жареная картошка это тоже хорошо. Но ёперный театр, а где мясо? Так. Угу. Окей, на. Так. Сейчас, давай еще вот это удалим, вот это удалим, вот это удалим. Все. Весь мусор подобрал вокруг. Хорошо. Ту-ту. Мусор. Так, крылья у меня пойдут чисто в коллекцию, хотя ужасное разочарование, что они вообще не очень. Уж скита-то могли бы крылья покруче дать. Так, чё за Cosmic Fuel и зачем ты... А, ну да, у меня эта здоровая херня пролетела по диагонали через весь дом, убила гида, соответственно. Ты в Муин играешь? Нет, я не играю в Муин. Я даже не знаю, что это такое. Куча людей во время Луны сдохли. Давайте устроим вечеринку. Это в память, ты ничего не понимаешь. Почему бы нет, отметили резню вечеринкой? Да нормально все было, какая резня, чё ты? Стандартный блин-мун. Мне сейчас главное, когда у меня основной респаун происходит, подальше быть. Чтобы ребята реально возродиться сумели. Значит, следующий... Такс. Следующий у меня идет Тринити как раз. А потом Андас. Хм.
Require enemy bog to have been slain, hard mode и night time. Блин, Тринити еще и в night time убивается, ой-ой-ой. Хреново. Ну что, Тринити я валить как раз таки не хотел. Так, ну, гида, ты гиде, ну. Чем мне без гида делать пока? Я прям даже не знаю. Так. Так. Странно, я вроде не умирал, у меня самонов нет нифига. Мне так нужен гид. Я не знаю, ну пойдем пока джунглевую рыбу половим, что ли. Что еще делать? Мят. Я-то почему не очень? Потому что ты сказал, что я играю в Майн по вторникам. Traveling Merchant has arrived. А вот эта штука может быть очень полезной. Где он? Не, погоди, на крыше стимпанкер. Ага, он наверху. Окей. Party girl. Так, тихо. Нет. Вот жопа, а. Когда-нибудь он мне принесет эту долбанную удочку, видимо, но только не сегодня. Тринити очень сложный босс. Окей. Я, собственно, как бы не спорю, ты знаешь. У меня даже сомнений не было, что у меня будут проблемы с Тринити. О, у меня 3 платины есть. Фак. Ладно, сейчас свинку-копилку надо вызвать, платину сложить. Там ведь комета упала. О, точно, блин, комета же упала, ё-моё. Окей, ща. Вот так. Точняк! Твоя правда, надо кометку искать. Чем просто так ждать, пока у меня заспаунится гида. Надо поискать комету. Интересно, комета упала все-таки на Землю или она где-то просто заспаунилась в космосе? Здесь у меня падало 2 метеорита. Это явно не комета. Здесь тоже пока нифига нету. Ага. Вот это наверняка комета, да? Да, прикольно. А вот тебе и кометит Ора. Я думал, это косметит какой-то. Это кометит Ора. И мобы, которые что-то наносят очень много урона, честно говоря. Очень-очень быстро летающие мобики, которые наносят очень-очень-очень много урона. Я думаю, что я здесь сдохну разочек, наверное. О-о-о-о-о, мэйдэй, это что за фигня такая? Окей. 10 тысяч кп у моба. Night has arrived. Окей. Здорово, Слав. У меня сейчас депрессия начнется, бывает. Здорово, Альба. Давай по... аутируем, выполняя квесты рыбака? Нет. Шаг со стороны жильцов твоей коммуналки, мнение по поводу смерти жильцов. Кого тупили, место освободилось. Сырья, давайте устроим на освободившемся месте вечеринку. А то ж. Это фигня. Вот это интересно. Вот это интересно. Вот это интересно. Это фигня. Харный косметитора. Окей. Вот это все интересно, но мне нужен гида, чтобы это все узнать. А гида у меня пока не приходит, потому что он не очень. Так, копающее зелье. Давай-ка я сразу пожрать себе возьму. Так, пожрать. Продев. Реген. Где у меня медсестричка? Иди сюда, детка. Так, здесь у меня дев. Здесь у меня все нормально. Стоит. Окей. Продолжаем разговор. В
принципе, любопытно, надо будет сейчас смотреть, что из него можно делать. Может, наконец-то я не видел ничего, что можно было бы сделать, типа, только из косметита. Может, это будет какая-нибудь убер-броня с еще более убер-пухами. Естественно, я хочу какую-нибудь получше пушку себе стреляющую. Кэнди, она, конечно, классная. Она очень классная, серьезно. Она безумно классная. Но... что-то мне кажется, что она уже не должна котироваться так-то. То есть уже что-то должно быть получше. Причем достаточно давно. Блин, я им наношу очень много урона, но проблема в том, что и они мне наносят очень много урона. Это реально космомобы. То есть, видимо, здесь мне просто так ничего не дадут пособирать. Потому что чё-то урона они вешают, просто забей. Хотя, ну вот, быстро собирать под бафом, в принципе, ок. Но больно. Очень больно. Но под бафом ок, да. Под бафом более чем ок. Учитывая мой ультра-ножик ваншотный. Ваншотающий. Блин, у меня 160 хп осталось. Я такой бла-бла-бла-бла-бла, ультра-ножик, бла-бла-бла. Оп, ваншот. Такс. Погоди, ребят. Эй, фак, прыгнуть надо. Ать, оп. А, где реген? Реген, алло, алло. Алло, алло, Шакерон, вызывает реген, прием, ответьте. Спасибо. Окей. Они мне, видимо, даже реген отнимают, мобы сами по себе. Окей, ну забавненько. У тебя только тремор и босс-чек-лист, да. Кометная музыка, охренеть, это не кометная музыка, это музыка ледника. Кометной музыки нет. Это чистая музыка ледника. Ты еще и стреляешь. А ну что ж за жопа-то такая? Ау. Блин, реально очень прям больно делают. Прям вообще фу такими быть. Не, ну вот из последних нахрен сил. Оп. Fuck you. Окейно. Окейно. Фикс так. Гид ко мне чё-то пока даже не думал приходить, к сожалению. Без гида я пока что бессилен. Хотя, может и... Нет, смотри, прикольно. Косметит бар и харден косметит бар. 5, 8. На один чардж кристалл. Оу. Окей, не, мне в любом, блин, случае нужен гид. Мне в любом случае надо ждать, пока гид придет. Окей, погнали, попробуем еще разок тогда добыть. Оказывается, хардена аж 8 надо на один слиток. Их слитков надо очень мало, но тем не менее. Дорогу, Азар. Можно ссылочку на видосик кинуть? Смотря о чем видосик, конечно. Ну, в принципе, можно, наверное. Так, тихо. А, у нас тут метелька, прикольно. Здесь у нас стандартный дождь, это нормально. Так, продолжим. Беспалевность. Да, мне все-таки надо вот непосредственно сразу реген себе, наверное, ставить. И жопа. И не париться. Вроде как даже, ну, на самом деле не особо так-то урона могут вешать много. Но вот в основном вот это вот мелочь урон вешает. То есть большие они не наносят урон. Либо не успевают наносить урон. А мелкие так как пролетают... Да, блин, дайте мне покопать-то, ёпты.
А мелкие, так как пролетают, прилетают очень быстро и пролетают очень быстро. Получается, урона наносит в разы больше. Ау, 196, ладно. Ау, фак. 196 урона, окей, я беру свои слова обратно. Мелочи наносит 150 где-то урона. Это крупная херня 190. Просто я их мечом на 1500 дамаги убиваю раньше. Для ценителей вахи, а тогда ладно. Гид пришел. Да слава яйцам, блин. Так, шляп, шляп. Так, гида, епта, сюда иди. Да, смотри, что здесь можно сделать. Значит так. Это мусор. Это мусор. Это мусор. Так. Сначала чардж кристалл. Только для хардена дбаров используется. Окей. Каталис. Каталис используется для гости Хаул хрень, Бугер хрень и White Gold Bar. Окей. Платинум ора, Голд ора и Каталис. То есть мне надо и Платинум ора, и Голд ора одновременно. Хм, это надо будет мир пересоздавать, судя по всему. Так, здесь делается из этого только косметит. Из Хардена только Харден косметит. Из этого делаются только Summon Trinket. Окей. Значит, теперь из косметита делается что? Из косметита делается Мега Вольт. Shoot Charge Arrows. Для этого надо Nightcore Star Drill делается и Бугер. Чё-то как-то я сейчас в косметите, честно говоря, немножко разочарован. Может, не Хардена косметит сделать? Может, из него делать что-нибудь более прикольное? Нет, из нее делают тупо дрель. Ну, я должен уже, конечно, привыкнуть к разочарованию с этого мода, но, блин. Честно? Очень сильно разочаровывает. Вот прям... Да. Ладно, значит, косметит... Косметит, Харден от косметит, Харден от косметит. Каталис, не, Каталис в золото уйдет. Ага, карбон продать. И вот космик хрень для того, чтобы засумонить тринку. Так, это у нас карбон на 41 голду. Значит, мне нужна платинум оре, да? Здорово, Рикон. Платина, платина, платина. А, у меня и великого кузнеца заколбасили. Блин, я думал, может, у него... Не, у него только слитки продаются. Так, ну что, создаем другой мир, ищем платину, да? Ну, видимо, да. У меня, видимо, выбора особо сильного-то нет. Окей. Тогда давай синглплеер. Новый мир. Ну, хотя бы медиум. Пофигу на эксперт. Да, коррупшн. Сейчас посмотрим, упадет мне платина или нет. Мне интересен пока здесь еще брас, и мне интересно, что за белое золото. По-моему, это все, что мне интересно в данном моде осталось. Посмотреть на Тринити. Если я не сумею завалить, то, в принципе, на самом деле на мод-то можно забивать. Лучше моего меча уже ничего не будет, насколько я могу понять. Но мы еще посмотрим обязательно. Что он делает? Кто, расист? Есть белое, розовое, красное, зеленое, синее, черное зоито. Прикольно. Такс. Ну, собственно, давай смотреть, повезет, не повезет. В перда. Тарантан, тарантан,
В смысле, зачем новый мир создавать? Чтобы вместо золота у меня в новом мире появилась платина. Потому что для белого золота мне нужно и золото, и платина. Вот. У меня здесь есть тин, у меня здесь танжестан, тин, айрон. По-моему, это золото, да? Или это платина все-таки? По-моему, это золото. Если это платина, то мне сильно повезет, но, по-моему, это золото. Не, платина, слушай, лол. Окей. С первого раза, неплохо. Так, надо платину добыть. Желательно побольше. Так, это железо. Железо тоже пригодится, естественно. Так, где платина еще? Это все тин, это все тлен. Где бы еще платину достать? Так, здрасте. Это было железо. Фак. Платина, Это очень похоже на железо, но я подумаю, что это платина. А вот справа, кстати говоря, скорее всего, вот это вот, скорее всего, уже платина. Секунду. Нож чешется. К звездюля. Обычно. Так, да, это все-таки железо, к сожалению. Это не платина. Но железо тоже пригодится в моем мире. Мне нужен платин. Платин дорогой, недорого. Платин дорогой, недорого. Блин, гениальная фразочка. Так, еще платин, окей. Это больше похоже на железное, проверю. Ага. Так, ты железо или платина? О, ты платина, окей. И ты платина, замечательно. Шаг, у тебя же был моб, который различные слитки продает. А, во-первых, не моб, а непись. Во-вторых, он продает слитки, а мне нужна руда. Я платину добываю для того, чтобы у меня была руда платиновая, а не слитки. Ну и в-третьих, его убили на самом деле. Но в основном я новый мир создал, потому что мне нужна платиновая руда, а не платиновые слитки. В этом основная приколюха. И руды, я так понимаю, если белое золото мне очень понравится по крафту, из него надо будет делать много всего, то этого белого золота понадобится очень много, а значит и платины для него понадобится очень много. Ага, это уже данж. Окей. Что за мусор был? Ладно, неважно. Так, с платина. Я поэтому создал рандомный мир для того, чтобы чисто платиновую руду подобывать. Я так понял, тут про золото разговор пошел. Да, ребята, что-то это начали про золото говорить. Потому что мне надо скрафтить себе белое золото, отсюда и пошло. Бывает. Так. Сколько у меня платины? 120. Надо по 3. Окей, допустим, пойдет пока. Так, сеттинг 7 exit. Синглплеер. И идем в шопу. Так, теперь чем? Значит, платина нужна. Iron ore надо. Все остальное можно, в принципе, совершенно спокойно удалять. Такс. Платина, айрон. Фикс так. Значит так, золотая руда у меня... У меня золотой руды всего 14, но мне надо хотя бы 3. Для того, чтобы создать себе белое золото и посмотреть, оно нафиг надо вообще или нет. Так, платинум бар, это не то. Ага, так.
Скажи-ка мне, Кида, а где это белое золото делается? Divine Forge. Так. Divine Forge. Ладно, другой вопрос. Как сделать Divine Forge? Это какая-то ультра-печь. 9000, блин. Здорово, височин. Из белого золота делается только бронепалка. Но если бронь хорошая, то почему бы и нет? Ты мне скажи, Свыгм, где мне диван вот эту фигню достать, диван-печку? Потому что печка, судя по всему, весьма непростая так-то. Так, может, камень в ней используется? Я взял мозг вместо камня, сорян. Да, мозг бы сейчас пригодился. Так. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. Вообще, по идее, если это дивайн, то из халлоуд баров должно, по идее, делаться, так ведь? Нова фрагмент блок. Так, бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Но я здесь ничего такого необычного не вижу. Recycler of Matter. Allows to convert hard mod materials to their alternatives. Опачки! Ок. Бум, значит, что здесь такая охренительная вещь есть. Я могу руды в альтернативы спокойно перекрасить. Хардмодные, правда, но в альтернативы совершенно спокойно. Так, спасибо, Свегмен. Ох, я... Руда коллапсиума, ангелитовый руда, свиток омникродна. Древний манипулятор. Истинный сет. Они что, совсем охренели, что ли? Так. Я не знаю, где найти половину из этих ресурсов, если не больше. Так, ну-ка, адамонитовая печь, иди сюда. А теперь по игре. Такс. Коллапсиум Оре. Я хз, где его найти? Ангелиторы, я хз, где его найти? А Омникрон Бар, я хз, где его найти? У меня есть Мифрил Энви, у меня есть Адамантин Фордж, True Essence, я хз, где его найти? Еще один Ancient Манипулятор у меня, по-моему, был, либо я его продал. Слушай, Свегман, а мне не надо случаем Тринити убить для того, чтобы вся эта хурма у меня появилась? Скажи мне, пожалуйста. Потому что если мне надо сейчас будет Тринити ради этой фигни убивать, это будет фиаско. У меня, кстати, 4 Найткора внезапно есть. Я даже не знал, что они у меня есть. Не помню. После кита у меня появилась возможность идти на Тринити раз и добывать космические вот эти вот всякие штуки два. Проблема в том, что космические штуки оказались полной херней. Прям абсолютной херней. То есть вообще ненужный лук. Я могу, конечно, попробовать скрафтить, но у меня нет 5 найткора. У меня нет True Essence, чтобы скрафтить дрель, и... В принципе, я смогу скрафтить бугер, но я не знаю, зачем он нужен. Зачем мне нужна милишка на 400 урона, когда у меня есть милишка на 1300 урона? Слиток Омникродна. Материал, добавлен в обновление 1.3, выпадает из Троицы. Ок. Истинная эссенция, материал добавим, выпадает из Троицы. Ок. Да, Свегман, понятно, что жопа там. Так.
Видимо, у меня особо выбора нет. Мне реально надо призывать Тринити. И если я ее не валю с первого раза, тогда забивать на этот моб и иди трогать следующий. Потому что мне надо будет тогда фармить еще кучу мешков, чтобы призвать еще одного кита, чтобы призвать, чтобы получилось еще одно вот это вот Космик Фьюл, чтобы призвать Тринити. Так, 20 любит баров. Stone Dice. Celestial Sight. Так, давай собирать все это в ящик рядом прям. Значит, по тебе я пока буду смотреть, да. Значит, сначала среди камней. Мне нужно 5 рубинов, 5 изумрудов, 5 топазов. 5 рубинов, 5 изумрудов, 5 топазов. Так, теперь мне надо Solo Fight, 12 штук. Видимо, это вот эти вот души. Окей, 12 есть. Но еще один призыв душ больше нет. То есть мне придется убивать опять материплату, видимо. Если это с материплаты вообще падало, а не с чего-то еще. Если они не с Дарк Императора, кстати говоря, падали. Так, это есть 6 карбоны, 5 альфа-плазмы, 6 Обливен Ай. 6 карбона, 5 альфа-плазмы, 6 Обливен Ай. 6 карбона, 5 альфа-плазмы, 6 альфа-обливен. Такс. Окей, окей, окей. Такс. Значит, это все сделано. Теперь 10 Nightmare баров и призывалка этого Лунара. 10 Nightmare баров. Призывалка Лунара. Я так понимаю, что призывалка Лунара делается из вот этих же слитков. Ну, по крайней мере, 10 слитков пока сюда. Такс. Нет. Окей, странноватенько, батенька. Ну да ладно. Такс, может из руды оно тогда делается? Нет. Да я не против, как бы, на самом деле. Окей, да? То есть, Луднар баров у меня, значит, будет ровно столько, сколько мне нужно. Четко ровно 20. Так, Traveling Merchant, что ты мне принес? Код 2, Ancient Throne Wall. Короче, хрень. Окей. Так, сюда. Ровно 20 люмитов, слитков у меня тоже есть. Теперь мне надо скрафтить призывалку Луднара. Раз. И Stone Dice 2. Я не знаю, что такое Stone Dice, но, судя по всему, он делается из камня. Наверное. Судя по всему, да. Так, призывалка Лунара и Stone Dice. Делается ли эта фиговина в натуре из камня, это большой вопрос. На который дать ответ может исключительно Гида. Гида, иди сюда. Такс. Stone Dice есть? А если найду? Нет, да? Окей, на, окей, на. Ми, иди вниз. Каменные кости, Stone Dice. Материал добавлен в версии 1.3. Выпадают зомби игральные кости, которые появляются во время нашествия Ночь Мертвых. А! Погоди, спасибо, Свегман, подожди. Значит, у меня эта фиговина уже была. Та-дам! Найс. Спасибо, Свегмен. Эту Ночь Мертвых я уже переживал по приколу.
Так, теперь шаг из осколков. Пила крафтится, призвал Кулунара. Понял, спасибо. Так, чё надо для призывалки Лунара? По 20 каждого. У меня будет по 20 каждого? Слава яйцам будет. Окей. Так, здесь 19. Здесь 20. Здесь 20. Здесь 20. И здесь 20. Такс. Я случайно чуть его, короче, не использовал прям так. И смоилка Тринити! Уху! Эх, жопа, а не крафт, честно говоря. Чтобы засумонить эту падлу, мне нужна ночь. Для этого надо как бы подготовиться немного. Значит, убивать, скорее всего, я буду кэндиганом, сдается мне на самом деле. Поэтому мне нужны будут стандартные бафы. В виде раз, два и три. Не будем забывать, что у меня есть отличный маунт, чтобы улетать от нее. На ките я про этого маунта чудесного забыл, хотя с маунтом было бы намного лучше. Сколько еще стрим по Террарии будет эти, хрен его знает. Интересно, как быстро сдохнет шаг. Вот ты мне в меня вообще не веришь. Вот фу таким быть, между прочим. Может, я побежду с первого раза? Я, блин, тот еще побеждун так-то. Такс. Location of enemies. Да. Мне понадобится еще вот это чудесное зелье. Окей. Такс. Про бафы есть. Теперь по поводу увеличения урона стрельбы. Б. Мили урон, конечно, замечательно, но в данный момент мне понадобится урон стреляющий. Интересно, как долго будет умирать шаг. Спасибо, Дасми. Да, это немножко получше. Так, чё бы мне здесь взять? Arrow Speed нет. Arrow Speed мне не надо. А, я по-прежнему не знаю, как мне этих... Слушай, Свек. А есть ли инфа по поводу вот этой вот херни? Ну-ка. Или она из неё же, по-моему, делается. Сейчас. Крафтинг. Да, есть инфа по поводу вот этот Delightful Clamp. Delightful Clamp. Потому что я не знаю, где эту штуку найти. И заюзает ли он хп бустер на босса? Слушай, а если мне херо... Так, да-да-да, еще банки хп. Банки хп. Мне нужны крутые банки хп. Погоди, так, как они крафтятся? А, из каждой этой. Ок. У меня, конечно, не особо много, но вот что-то можно. По 7, да? Окей, 7... 7. Так, где они делаются? Явно не тут. Явно не тут. Эть. Явно тут. Отлично. 24 убербанки. Окей. Ха! Я прикольно не использовал ресурсов на самом деле. Окей, да. Куда ты убрал название? Да, Delightful Clamp is a post Moonlord accessory. Drop from Dark Imperator. Ах ты ж... Черт. Спасибо, Свегман.
Не, ну я могу его еще раз вызвать, конечно. Но что-то я вообще не уверен, что я эту шлюпку еще раз завалю. Учитывая, насколько он баганный, падла такая. Так, я забыл, что для его призыва еще надо. А, для тебя же эта херня нужна, точно. Мне нужна корона. Корона. Мне нужен рубин. Один рубин. Сейчас, когда я проходил тремор, у меня был неприятный баг с диспауном плантера. У тебя такое было или я неудачник? Не, диспауна плантера у меня не было. У меня диспаун был матерьборда и диспаун дарк императора пока. Вот, это пока два диспауна, которые у меня были постоянно. Я потерял три матерьборда, я потерял два дарк императора. Окей, полетели. Посмотрим, сумею ли я вот на этом маунте Тринити убить на самом деле. Любопытный вопрос тоже, как бе. Проблема в том, что для Дарк Императора тоже нужна ночь. А мне, честно говоря, ночь нужна, я так думаю, фул на Триню непосредственно. Скорее всего-то. Шанс получить эту хрень 25%, зашибись. А слизи взял? Она у меня всегда с собой. У меня стак слизи всегда с собой. Удобно, просто чтобы не париться по поводу скиллов, по поводу того, у меня всегда с собой дерево и слизь. Привычка уже такая. Здорово, экстракт жаба. С кольца, аура. О, кстати говоря, по поводу кольца. Мне бронежевое кольцо тогда сделать, на самом деле. Я не знаю, надо ли делать мне Hero Potion. Я знаю, что мне надо делать отхилилку. И я не помню, как ее делать. Так. Тут, по-моему, как-то мега хилилка делается. А, брас. Фак! Я постоянно забываю, что мне нужен вот этот гребаный брас. Я не знаю... Свегман, можешь, пожалуйста, помочь? Как мне сделать брас тогда? Запах хп-бустера используем, оба спасет. Какой хп-бустер? Странно, про финального босса нет инфини на одной вики, потом в описании мода есть скрины всех боссов, кроме финального, и вообще он в тайне. Может, его вообще еще не доделали. Есть только список лута с него, и все. Забавно. Стрёмно, но забавно. А сейчас, когда я начинал, была инфа, что Тринити — это финальный босс. Поэтому я удивился, что босс чек-лист содержит какого-то босса после Тринити. Причем у него условия убийства — надо убить Тринити. Require the hell biome, the Trinity have to be downed. Вот это любопытно мне. Мне интересно, как мне добыть брас. Раз. Сейчас попробуем с Дарк Императором разобраться, в принципе. Его нет, но идея о нем вечно. В разработке. А, ну если он только в разработке, тогда окей. Кольцо. Кольцо. Оно из Танжестана, по-моему, мне делалось, да? Так, колечко. Оно делалось из Танжестана плюс что-то. И, по-моему, у меня пила расстрелкового осталось очень мало. Поэтому даже если очень сильно захочу, я не смогу себе его сделать. А, 15 слитков, окей. Кольцо, всего лишь 15 вольфрамовых слитков. Пфф, вообще. Так, колечко. Так, стрелковое кольцо, это у нас что? Небула Ринг Маг, Нова Ринг Алхимикал, Мили, Миньон, Вортекс, Range Damage. 10 Вортекс Фрагмент, 15 лимит баров. Ой.
О лимит-барах мне пока даже не мечтать. И тем более не мечтать о 10 вортах с фрагментах. Чем мне еще раз Лунара придется убивать еще даже? Вах, вообще! Между прочим. Брас-бар надо, да. Брас-наггет. Зашибись! Где мне взять брас-наггет, Свеган? Можно, пожалуйста, сказать? Свеган, профессиональный вики, сколько тебе за это платят, Шаг? Профессиональный помощник, работает бесплатно. Спасибо. Где мне взять этот брас-наггет тогда? Окей, спасибо. Скажи мне, пожалуйста, Коглорд. Я же эту мразь тогда не просто так сумонил, да? И он меня с двух тычек поимел тогда. Я же эту мразь не просто так сумонил. Твою мать. Какой геморройный нахер это мод все-таки? Это пипец. Так, где этот стимпанкер? Стимпанкер, сюда иди. Так, я немного сли... Да, вот он. Ах. Кейна. Чё там для его вызова требовалось такого? Бла-бла-бла. А, точно, Големкор для него требовался нахер. Зашибись. То есть мне сейчас надо отправляться в храм, чтобы пытаться выбить батарейки, чтобы фармить грёбаного голема. Из которого вообще не факт, что выпадает Големкор каждый раз. И все это для того, чтобы нафармить гребаный браз, для того, чтобы сделать нормальную хилилку себе. Крота. Крота. Мне прям нравится многослойность этой террарии. Нет. Ни хера не нравится. Блин. Окей. Ну, он хотя бы пришел. Окей, это уже неплохо на самом деле. Он реально хотя бы пришел. Вот он здесь. Он не забаговался. У него 200 тысяч на хп, но он пришел просто так. Я уже говорил, что босс достаточно легкий на самом деле. Единственное, что у тебя выносит с двух ударов, потому что у него урон примерно под 4 сотни. Кстати, а что я туплю? Ну-ка иди сюда. Ау. Ау. Оу, у него и миньоны слизняки по 180 вешают, неплохо. Оп, вторая стадия. Да, вторая стадия вот этими слизняками пипец как сильно опасна. Я в прошлый раз каким-то раком от них уклонялся. Недолго, но уклонялся. Вот, в этот раз может так сильно не повезти, поэтому надо все-таки быть безумно аккуратно с ним. Тысяч хп на первой стадии, видимо, слишком мало. Поэтому у него есть вторая стадия, в которой у него еще 118 тысяч хп. Прикольно, правда, нет? Но, по сути, вот к этому времени у меня уже должна быть убер-хилилка, которая хилит мне по 50 хп и не имеет кулдауна. Но у меня нет, потому что меня Коглорд поимел трижды подряд. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Твою мать, Bullet Hell задолбанный. Так, где мой лут?
Окей. Дарк Император хотя бы заспаунился. Ок. И нет! Мне тупо снова не повезло. Замечательно! Пора заканчивать с этим гребаным модом, честно говоря. Да, Даргель я хотел бла-бла-бла себе оставлять на будущее использование, ко-ко-ко и так далее. Да, посмотрим, что за триня. Тогда уж. Так, набаф, набаф, все пробафы. Миньона вызвать, идти на площадку. Бафы сожрать, вызвать тринити. Так. Неплохо. Догоняет, по крайней мере, трини весьма быстро. И телепортируется на меня весьма четко. А, ты еще и самонаводишься этой падла, а? Да, без маунта бруталиска здесь было бы безумно трудно. Да, и здесь и с ним-то безумно трудно, на самом деле. Че это я? Падла, хватит в меня телепортироваться. Так, минус раз. А, это все будет хелт, да ты что? Виверн, иди в жопу, а! Вот нахер, вот вообще не до тебя. Trinity has been defeated. И все? Че? Че? Сложный босс, говоришь? Че? Че это было, а? Это вот это был финальный босс? Чё-то я вообще в Треморе разочаровался. Чё-то я вот так вот взял и очень сильно в Треморе разочаровался. Чё-то как-то да. Это, заметь, это даже без кольца на... То есть я в милишном сете с милишными пробафами, рейнджевым оружием убил Триню. Он не финальный, следующий финальный. Так следующий же сказали, не доделал. Ну да, посмотрим, что мне упало. Хоуп маска. Странная маска. Ну, типа, пускай будет. Так, Дум маска. Аноинг Банхаммер. А, Банхаммер мне упал. Так, погоди. Банхаммер надо перековать немножко. Нет, нет, нет. Ну, уже более-менее, но нет. Супериор, нет. О, Легендари. 1015 урона. Но мой меч-то получше, конечно, но... Упс. А он еще что-то ауешит, слушай. Подожди, сколько у тебя там? 100% Axe Power? У меня вообще 150% Axe Power, так-то. Так, надо испытать. У меня есть вот этот вот меч, который бьет намного чаще и больше. Ну, в смысле, больнее. Так, но надо вот эту фиговину испытать. Испытать ее можно на ночных мобах, которые вполне себе респаются. Главное чуть-чуть подождать. Недоделан не значит не сделан, да? Ну ладно, тогда посмотрим. Окей, я же не против. Волканон! Magic Damage. Слушай, а я не против магом стать, вы знаете. 168 Range Damage. Вот это что-то слабовато на самом деле. No knockback. Very fast speed. В два раза больше урона, чем у Кэнди Пушки, но Кэнди Пушки-то стреляет по 3 снаряда с таким уроном. А этот всего по одному. Так, что там мобы? Ну, тысяча... Не 5000 крит, конечно.
Ну, у этой фиговины отталкивание еще очень хорошее, честно говоря. Чего вот очень сильно не хватает. А, хотя у ножика тоже strong knockback, как бы, написано. Но здесь даже 1000 урона нет, а здесь 1355 урона, как бы, понимаете? И когда хп ниже 50%, она может хилить. Здесь, с другой стороны, вот эти вот прожектайлы, которые, наверное, тоже наносят урон. Но я не уверен в этом. Я знаю, на ком можно это проверить. Точняк, слушай. Я знаю, на ком эту фиговину можно проверять. Так. Ну-ка, что там за моба? О, во. Так. Тебе нанес 5600 критом. Тебе 2600 критом. Вот 5600 критом. Вот, пожалуйста, это ножик. Теперь по поводу топорза. Проверить это можно на одном очень-очень... Окей. Это новая руда, которая добывается, видимо, только киркой в 250%, а не моей. Моя 225%. Эта новая руда, видимо, добывается в 250% киркой. Красивая руда, ёпты, слушай. Очень красивая руда, на самом деле. Так, с Плантера пообщаться надо. Плантера очень-очень надо пообщаться. Желательно даже две, чисто так, для сравнения. Но, в принципе, одна подойдет. Так, ну-ка, слизи. Нет, слизь не выдерживает конкуренции. А когда ты Тринити убивать будешь, что-то фигульку какую-то убила Тринити, где? Да, руда очень красивая, не спорю. Урон, на самом деле, вот с этого меча, во-первых, меч гораздо быстрее бьет, во-вторых, у него урон-то критовый повыше, на самом деле. Новая руда заспаунилась на проходе, прикольно. Мне нужна Плантера. О, бутон Плантера, найс. Так, Плантера, ты мне нужна на прочек. Иди ко мне. Он дальше бьет сам по себе. Ну что-то на самом деле нет. А потом мы берем ножик. Я наносил по 350 урона, а ножом я наношу по 450 урона. Блин, в итоге нож все равно получается круче, чем вот этот топор. Но самый главный вопрос у меня возникает. Эти прожектайлы топора наносят урон, блин, или нет? Я не могу это никак проверить, по сути. Стоп. Ну-ка. Ну, подойди поближе. Ну, чуть-чуть поближе. Нет, походу не наносит все-таки. Это чисто для красоты, видимо, сделано. Ну-ка, а если ножиком? Стреляй в меня. Ну, нож больше урона наносит, блин. Ну вот, объективно нож реально больше урона наносит. Чисто объективный факт. Банхаммер, это, конечно, хорошо, но нож все равно лучше. Так, окей, убираем все обратно. Так, это не надо, это не надо. Я его оставлю в плане, конечно, типа, знать, что он такой есть. Я одену дум-маску. Ну вот этот вот 512 Magic Damage, честно говоря, меня весьма привлекает.
То есть это шикарный АОЕ, хороший, вот прям такой широкая АОЕшка прям. Если на магию полностью переключиться, то наверняка там тоже будет штукарь урона. И это штукарь хорошего АОЕ урона. Например. Топоркс хорош, но мой все равно лучше уже. Револьвер. Револьвер, он и есть револьвер. Кандикам все равно будет прикольнее. Если бы здесь было в три раза больше урона, тогда да, но там в два раза больше урона. Собственно, омикрон и True Essence. Давай смотреть, что я могу... Ты что тут забыл? Давай смотрим, что я могу сделать здесь. Значит так. Во-первых, Divine Forge. Мне, я так понимаю, да, это был коллапсиум Ангели Тора, для них мне нужна новая трррр. И ровно 10 True Essence мне надо для того, чтобы скрафтить Divine Forge. Combines function of Anvil, Furnace and the Ancient Manipulator. Окей. Интересно, почему их столько видов? А, мифрил, орехалку, мифрил. Окей, значит, здесь у нас 20% increase damage. 50% increase movement speed. Увеличивает максимум хп. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Либо максимум хп, либо в крит, либо дамаг. Хар очень-очень-очень жирный сет. Но для этого мне надо Трини убить еще раза три, наверное. А чтобы убить Трини раза три, надо кита убить раза три. А чтобы убить кита раза три... Че там для кита-то надо было, е-мое. А, надо войдбаров нафармить 45 нахер штук. А войдбары падают только из мешочков. А мешочки падают очень редко. Короче, вы поняли, да? Это полная жопа. Так, окей нам, окей нам. А True Essence для чего? Danger Blade, это хрень. Вот, Hero Potion. А, то есть, я Hero Potion могу использовать только для того, чтобы завалить последнего босса и все, потому что для него здесь нужно True Essence. На 15 секунд 10 тысяч дефенса. Возможно это... А, погоди, то есть, чтобы добыть... Ребят, мне в любом случае надо будет убивать еще раз Тринити. Хотя бы раз. Потому что мне True Essence не хватит и на... И сюда, и на Divine Forge. True Hero Hood. Hero's Head, Giant Shell, Broken Hero Armor Plate. Окей. Мне реально придется еще раз как минимум три не убить. Еще раз, еще как минимум раз три не убить. Арчвинг в кузнице справа внизу. Моды. Ну, изменить мод. Мне нужно сначала сделать вот этот стардрилл. У меня нет выбора. Мне нужно 250 пикакс пауэр. И после этого уже начинается так. Я так понимаю, что теперь, так как я перешел в какой-то еще более глубокий тримод, походу... Ангелит, коллапсиум, да. В мире появился ангелит и коллапсиум. Теперь мне со всяких затмений должны опять же новые ресы дропаться, насколько я понимаю. Так, ведь... Да-да. Сюда. Сюда. Окей, давай по-быстренькому посмотрим... Ты кто такой? Гост Клеймора. Spear of Justice. Ня.
на 3-16 magic damage и shoot skulls to nearby enemies, skull heart. Ну-ка, что это такое? Но это вместе с щитом, вот если устраивает, то да. У меня self-defense будет неплохой. Под щит этот череп. Просто новый чувак после убийства Тридни пришел, Феррон. С таким себе мечом, с таким себе копьем и с таким себе... Так, значит, мне надо попробовать тогда вызвать, допустим... затмение. У меня как раз ночка очень скоро. Оп. У тебя еще нет новенького? Нет. О, Матрёна сразу, привет. Ай, в Ктулху. Ну ладно. Не больно-то и хотелось. Так, у тебя есть что особенного? Нет, у этого чувака тоже ничего особенного не появляется. Ни у нового нет ничего особенного. Ни у старых не появляется ничего особенного, я так понимаю. У тебя еще особенного? Нет, и у него тоже ничего особенного не появляется. Ну, блин. То есть, чтобы прочухать золото вот это вот белое и то, что из него делается, мне надо еще раз убивать три нити. Со всеми вытекающими, то есть, еще раз фармить кита, еще раз фармить Void Bar и так далее. Я вот думаю, мне это лень или нет? А чего кирку не сделаешь? Какую? Скажи мне, какую я могу сделать кирку на 250%. А то мало ли, я не знаю, что есть такая какая-то охренительная кирка на 250%. Может, я действительно просто не знаю, что есть какая-то кирка на 250%? Которой я могу как бы пользоваться давно, а не пользуюсь. Дрель я уже могу сделать на 250%, но тогда у меня останется всего 3 True Essence, а для того, чтобы сделать наковальню, надо 10. Точнее, у меня останется 7. Я использую 3, у меня останется 7, а надо 10. А падают они только, собственно, с Тринити. Шаг из стар слитков. Так, что там... Шлем из белого золота увеличит ближний и дальний урон, повышает шанс крита ближнего и дальнего оружия, увеличит... Ну чё, это охренительный сет, на самом деле, Свегман. Это реально очень-очень-очень приятный сет. Я после Тринити не играл, да? То есть ты не призывал последнего босса, да, Свег? Если б можно было бы какую-то дрельку спец сделать на 250. Стар слитков же дрель как раз вот одна и есть. Мы про нее говорим, Кать. Что она требует 3 True Essence. У меня их останется 7, а мне их надо 10. А получить их можно только с Тринити. Мы, собственно, про эту дрель и говорим. И я ее спрашиваю, есть ли какая-то альтернатива? Чтобы не тратить True Essence на получить кирку и дрель на 250%. Нет, мы с толпой играли, закломить его классности, забили на тремор. На тремор, окей, окей. Я пока что... Ну да, видимо... Возможно, я, если я вернусь уже в этот мод, если я не буду заново начинать, а решу все-таки посмотреть, что за финальный босс такой здесь, да, то мне надо будет снова фармить этим. Мешочки с Void Bar'ами. Broken Hero амулет. Она пока мне не дропает Broken Hero Chestplate, чтобы сделать себе True Hero Armor. К сожалению, наверное.
А может, и к счастью, хрен узнает. Так, на самом деле, ночь-то тут уже очень скоро. Так, у меня инвентарь. Так, а чё? В инвентаре, в принципе, только хлам. Я могу совершенно все из инвентаря спокойно продавать. Что очень радует меня. Так, ночка, 6 часов. Где ночка? Это надо 6.20 или 6.30, что ли? 6.30, наверное. По идее, ночь уже должна начаться. Ноча. Видимо, 6 только наступило. Хрен его знает. Я не вижу других объяснений. Новый чувак, кстати говоря, весьма не кисло отбивается от мобов. Тоже надо признать факт. А, вот 7 уже. Мне казалось, ночью уже в 6 начинается. Ну ладно. Кто я такой, чтобы спорить? Я думаю, реально начинать кломите плюс... Тро что-то там? Тромбер. Будем называть его Тромбером. Вот. Либо попробовать допройти все-таки Тремора. Мне Тремор на самом деле просто не понравился тем, насколько тяжело добыть, ну, те же Войдбары, да? Если бы они как-то дропались, или если бы их руду можно было достать, это одно. Но тут ни руду не достать, дропаются они просто отвратительно. Они нужны, 100% нужны. А мне еще гребаного Коглорда, то есть мне еще голема фармить по-хорошему надо. Короче, вообще пипец. Опа! Снайпер, опа, это что-то новенькое. 36 деф... Так, стопы. Нихера себе у него рейнджевой сет, у которого дефенса больше, чем у моего паладинского сета. О! Я, кажись, нашел то, что я сейчас буду покупать. It's time to переделываться в рейнджевика. Полноценного, причем рейнджевика. Дай. Есть Rocket Launcher у него какой-то. На 305 дамаги. Есть Assault Rifle. Assault Rifle стреляет с самонаводящимися патронами. Ну-ка иди сюда. Окей, на, окей. Это что-то вообще новенькое. Ториум, да пофигу. На официальной от разработки Вики по Тремору все текстурки, многие крафты на период твоего развития старые абсолютно. Да? Окей. И мне из мешка не упало нихера. Вкусное. Нихера. Классно. Всю жизнь мечтал получить нихера. Стрелковый сет. Итого у меня уже не 320, а 520 урона. Not bad. Охереть какой not bad. Но! У меча 300 урона пропало. Фишка в чем? Я сейчас сделаю очень-очень-очень банальную, но крутую вещь. Я поставлю маску сюда. Обратно. Она типа мне не нужна. Это бла-бла-бла, это бла-бла-бла. И если чё, я смогу менять свой паладин сет на свой рейндж сет. То есть вот так выглядит пяловский сет. Вот так выглядит мой, собственно, новый сет. Бластер, который стреляет самонаводящимися пулями, использует пулю как аммо. Ну как, патроны, короче. Да, стреляет очень медленно, но зато автосамонаводка. А, оно еще и прицеливается. Окей. Не, это не оно прицеливается, это из-за сета я могу прицеливаться. Увеличивает 2 раза скорость прожектайлов. Серьезно?
Ну-ка. Вообще, да, вообще увеличивает, на самом деле. Ну-ка. А если я сюда вот этот арт еще приложу? Такс. Вот если я стреляю в этот сук, то он попадает вот в этот сук. Так, если я стреляю в этот сук, он уходит выше. А если я беру шлёму... Не, блин, ни хрена не меняется на самом деле, лол. Вот вы видите изменения, ребят? Я чё-то не особо вижу изменения. Ну вот сейчас я в 4 раза поднял скорость пули, и тогда, да, тогда изменения стали заметны. Чуть-чуть. Капелюшечку. Не больше. Автострельба с мановодящимися пулями, это хорошо. Мне дробовик 700 дэмэдж стал выдавать, лол. У нее мало дамаги, но при этом автострельба с самонаводкой. Блин, меня бесит вот это прицеливание будет. Очень будет бесить это прицеливание, я уверен в этом. Мне нужен Vortex Pillar для того, чтобы получить себе кольцо рейнджевика, если я буду в рейнджевом сете уж ходить. Так, давай спаун рейт мобов я все-таки оставлю, но мне нафиг не надо. Скорость полетов снарядов я тоже оставлю, но мне тоже не надо. У меня ласка стала. Так, погодь, давай ласку попробуем прокачать. Внезапно ласка может зарулить ваншотом кого-нибудь, например. Если я еще полностью рейнджевиком стану. Так, Кин... Unreal, сразу. 1130 урона. Ок. 1130 урона, это уже, в принципе, ок. Так, если я рыболовную херню уберу... Одну реген херню уберу... Мне в любом случае нужен этот ультра-амулет на реген ХП, но я пока его не могу добыть. То есть, единственное, что мне здесь поменять можно, это кольцо мили на кольцо рейнджа. Сейчас, ребят. Так. Я снова стал радужным. Так-то. Штукарь урона, блин, это не... Слушай, это пипец как сильно раздражает, серьезно. То есть вот это вот, вот это постоянное дергание экрана, когда я пытаюсь там дверь открыть, например, да? Я очень сильно не люблю эту фигню. Прям вот, ну, очень сильно. А, подожди, у меня этот сет уменьшает скорость, но увеличивает рейндж дэмэдж на очень много. Ага, именно этот сет дает мне вот эту вот прицелку. Глаза охреневают с такого, честно. Я прям, ну вот, очень сильно не люблю такой фильм. В принципе, от скорости я не завишу просто потому, что у меня есть как бы офигенный маунт. Вопрос, вот эти самонаводящиеся пули. Будут ли эти самонаводящиеся пули на самом деле, допустим, ихровыми? Это сравнивать надо на двух... А, подожди, чё, я же могу сравнить, чё это я туплю? А ну, идем домой. Такс. Мне нужен ДПС-метр, мне надо две разные пульки. Где мой ДПС-метр? Вот ДПС метр. Так, хренолитовые пули здесь. Они и так самонаводятся. Мне бы ихровые пули взять себе. Так, ихровые пульки, ихровые пульки. Ихр, такс. У меня стрелок здесь есть. Так, ну, во-первых, блин, кольцо милишное на самом деле так можно оставить себе, но поменять на что-нибудь более оранжевое. Причем патронно-оранжевое.
Я еще эмблемы, кстати говоря, не крафтил. Вот супер-пупер-убер-мега эмблему. У меня есть на Magic Damage, у меня есть на Summon Damage. У меня нет рейнджевого... О! 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 Иди сюда. Ну, в принципе, да. Теперь, короче, эта шляпа убивается намного быстрее с помощью Кэнди Кэннона. Но явно не быстрее с помощью ласки. Ласка — херня. Так. Официальное заявление. Ласка — херня. Мехаспрейер. Так, мехаспрейер удаляем. Ласку ставим сюда. Ласка — фигня. Мне нужны хренолитовые пульки. У меня пульных дел мастер. Вот он. Ой, не хренолитовая, а ихровая, естественно. Можно в настройках изменить кнопку прицела. Оно так работает, оно же в любом случае на ПКМ, разве нет? Mount Mana Throw Inventory Zoom In. Zoom Out. Quick Heal, Quick Buff, Smart Core Sword, Grapple, Right Down. Нет, тут такого нет, по-моему. Это просто автоматический прицел на ПКМ. Я с этим сейчас ничего сделать не смогу. Взаимодействие, видишь, Маус 2. Больше нигде Маус 2 не фигурирует, просто. В этом проблемка. Небольшая, конечно, не очень приятная, но проблемка. Так, ихровые пули. 25 range damage. Так, давай посмотрим. Значит так. Депосметр. Изначально у меня пули будут обычными. Вот. Я их не трачу. Значит, изначально обычные пули с Кэнди Кэннона. Сейчас я выдаю 6000 damage per second примерно. Undertracker? А, это, собственно, это новый, который, что ли? Да, это новый чувак, который. Окей. Это который неинтересный. Я понял. Яндекс предложил рекламу на скрине спор, в описании вульф, в названии что-то другое. Ничего так, Свегман. Нормальная такая комбинация. Так. 6000 дэмэдж. Так, теперь меняем пульки на ихровые. Здесь все равно 6000 дэмэдж. Ну вот, чуть-чуть побольше. Капельку. Так. Меняем пули на обычные. Теперь самонаводка. Всего лишь 2000 дэмэдж. Меняем пульки на ихровые. Дэмэдж не меня. А, ну, 2400. Не особо сильно меняется. Так, теперь интересно, накладывается ли на врага дебаф ихр. Разве что. Так, мне надо, чтобы за мной... нет, снайпер Акюраси. Блин. Окей, так. Мне нужен какой-нибудь жирный моб, на котором я могу проверить накладывание на него дебафа. Который выдержит хотя бы больше одного попадания. Фак. О, черепаха. Нет, не накладывается дебаф. То есть в ихоровых пулях смысла нет, потому что эта шляпа стреляет совершенно своими снарядами, которые чисто накладывают дебаф. Теперь проблема в том, что она наносит урон в разы меньше, чем Кэнди Кэннон, но она самонаводится. В отличие от Кэнди Кэннон. Нужна ли самонаводка так сильно?
Ну и да, и скорострельность у нее в разы меньше, естественно. То есть вот у меня бесконечный мешок с патронами. И у меня самонаводящаяся пушка. Нужна ли мне самонаводка настолько сильно, чтобы ДПС Кэнди Кэннона сменить на самонаводку? Я не знаю. Шак, вопрос такой, чё ты Dota 2 не стримишь, при том, что частенько в этой игре сидишь, или это не ты? Сижу-то я часто играю в Dotan, да, почему не стримлю? Просто не хочу. Не, у меня иногда на разминке бывает Dotan, а просто в основном стрим, понимаешь, в Доте говорить не о чем. Вот играю я себе ради своего удовольствия, играю. Стриминг это разговор с чатиком. Когда я стримлю Dotan, в чате ничего не происходит, потому что говорить не о чем банально на самом деле. Поэтому я не вижу смысла стримить Доту. Там нет ничего интересного. Дота это игра, в которой я должен быть достаточно сосредоточен. В которой я, ну, достаточно редко смогу читать чат. В чат, чат при этом будет развлекать сам себя, потому что мне его развлекать в Dotan нечем. Понимаешь, поэтому, ну, не знаю. Для меня Dotan это весьма такая себе игра для стрима. Четыре с 23, говоришь? Я не знаю, слушай, пушка вроде как и неплохая, но вроде как и нахрен не нужна. Может быть, с обычными мобами разве что справляться, будь ток. А так... Да, ну как бы. С другой стороны, у меня есть дробовик. С проникающими выстрелами и колоссальнейшим уроном. Поэтому, наверное, я все-таки себе дробовик оставлю вместо этой пухи. А, у меня уже были ихаревые пули. Блин, я их не заметил. Фак. Так. Legendary Age of the Frost King. Эх. Да, кстати, у Кэнди Кэдден есть один минус, надо признать. Она падает. У нее снаряды очень баллистической траектории подвержены. Это, наверное, все-таки минус. Когда вот мне не надо, чтобы снаряды баллистической траектории подвергались, наверное, лучше использовать самонаводку, потому что дробовик таким метким не будет, банально. Окей, ну вот, собственно, определились. То есть у меня теперь три рейнджевых оружия с собой будет. На случай серьезной заварушки, на случай пострелять подальше и на случай ДПСа. Забавно. Но при этом ножик с 1300 урона все равно никто не переплюнет. Ну, точнее, сколько у него там? 1000 урона на данный момент. Но все равно никто не переплюнет. Так лучше. 1180, почти 1200 урона. Шак, у тебя там болгарочка на фоне. Да, капремонт же идет. Шак, вопрос такой, чего ты... А, это я уже ответил. На самом деле, Шак просто не хочет, чтобы мы смотрели, как он матюкается. Ну, да. Здорово, тетка. Ну, мизери вообще, да, как бы. Есть такое. Такс. Я как бы во время Dotan себя не сдерживаю нифига. И предпочитаю матом орать на тиммейтов, если они вообще меня бесят. Wisped you. Какой я виспёныш теперь. Прикольно. А крылья сделать радужными. Вот. Чтоб глаза вытекали. Да. Чё, прикольно. Я не против с виспом ходить таким. Ну вот когда Кэнди Кэдден не может дотянуться, я вот этого моба я убиваю с одного заряда Кэнди Кэдден. То есть с одного выстрела Кэнди Кэдден, грубо говоря, да? С другой стороны, пушки вот требуется как раз три выстрела, потому что урон у нее плюс-минус такой же, меньше. У нее 358, у меня 490, да, урон у нее меньше. Но при этом у нее пуль типа самонаводится, это тоже типа круто. Типа. Блин, фиг знает на самом деле, странная вещь.
Я прям даже не знаю. А, подожди. Она у меня... А, она у меня не набафана еще до конца. Так, назад. Что-то у меня ультимейт бумстик есть, анрельный. Это анрельный, это легендарная. Такс. А вот ее я как раз... Блин, как меня бесит нахер этот сет, слушай. Спасибо. Такс. Да, посмотрим, что тут. Блин, перековка, конечно, очень дорогая у нее. Но у меня, с другой стороны, на то и много платина, чтобы только перековывать ее. Демоник. Что она дорогая такая в перековке-то, падла. Супериор. Ну, супериор это типа средненькая. Ладно, хрен с тобой. Давай супериор хотя бы будет. Она что-то жутко дорогая в перековке. Так. Теперь, если сет одеть, у меня у нее 410 дамаги, здесь 510. Уже получше. Еще плюс 5% урона и будет совсем зашибись, на самом деле. Кстати, шаг Каламити можно еще поставить необязательный доп аддон. Там свои плюхи, а также можно поставить мод на список крафтов вещей. А также какие, из каких мобов они падают. Вот это прикольно, наверное, Свегман. Что такое с этим, что у него на ПКМ? Сет дает прицеливание. То есть, это, знаешь, есть такой, короче, артефакт, скоп, прицел. Он дает примерно то же самое, и он дико увеличивает шансы рейндж крита. Вот это то же самое. Мне сет дает прицеливание. Но прицеливание на ПКМ также работает. То есть, когда я хочу дверь закрыть, у меня прицел срабатывает при нажатии ПКМ. И от этого меня, честно говоря, начинает немного подташнивать. Вроде как хороший сет. Да, range damage очень хорошо увеличивает. Но вот из-за этой фигни, блин, ну невозможно пользоваться. Я поэтому и хотел его оставить. Я им буду, типа, пользоваться, когда я буду, там, убивать какого-нибудь босса. Потому что на босса мне как раз понадобится не мели, а range damage-то. А пока что... Блин, мне надо пилары еще фармить. Значит, мне надо лунара еще убивать. И мне, кстати, надо лунара убивать. Возможно, даже не один раз. Потому что, чтобы вызвать еще одну триню, мне надо 20 лунар слитков. Еще сверху до кучи. А еще надо Night of the Undead еще пофармить, потому что мне нужен Stone Gaze будет. Блин, как много надо фармить ради того, чтобы просто еще раз убивать триню. Еще один гребаный раз. Зачем, непонятно, но надо. Так, еще мне надо сейчас покопать косметит, потому что мне надо 3 хардена слитка, у меня на 3 хардена слитка пока ни хрена нет. Поэтому мне надо сюда, пойдем копаться еще. Я хочу попробовать дрель скрафтить, добыть руду и посмотреть, что из этой руды делается. И перейти в диване уже. Потому что, ну, в принципе, я не знаю, блин, серьезно. Конкретно эта террария, конкретно Тремор, то есть... Упало бы 13 этих Троэссенс с Тринити, вопросов бы не было. Я бы сразу перешел, ну, как бы, на следующий грейд. А так мне придется еще раз фармить Тринити, но это столько всякого за собой влечет по цепочке, что, ну, просто диву да нахрен даешь, на самом деле. Это столько всего надо по цепочке еще фармить, это просто пипец. А цепочка получается весьма не кислая, между прочим. Жирная такая цепочка. Такс. А есть тут еще Харденет. А если мне придется еще одну комету ждать, то я сразу перейду, на самом деле. Потому что я не вижу, чтобы здесь был еще один Харденет. Я их... А, ну хотя я их 5 добыл, возможно, есть еще. Не, есть, 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 косметит. Наверняка есть где-то еще и Харден от обычный. Фак. Фак. Не успел прыгнуть. Так, давай сейчас посмотрим.
Еще снайперской винтовки та же фича, ну да. Я не знаю, где они балкаркой работают, но это явно очень близко ко мне, надо признать. Так, сюдой. Ага, это неинтересно. Так. Раз, того самого, эм. Теперь смотрим. По идее, должно хватить. То есть у меня есть один Hardened, мне надо еще 16. А, мне надо два вот этих кристалла. Мне надо не очень много косметит, но я 20-ку на всякий случай с собой возьму. Так, три есть. Хорошо. А, теперь мне надо три True Essence. И посмотреть, что мне надо еще. А, 3 Night Core. 3 Star Bar и 15 Lunar Root. 3 Night Core, 3 Star Bar. А где у меня Star Bar? 3 Night Core, окей, есть. Я слепок или я слепок? Куда я нахрен дел старбары? Я их не мог использовать, правильно ведь? Я их никуда же не мог потратить, правильно ведь? А, не, стоп, я их сделал ровно столько, чтобы потратить. Это я, лох, окей. Чё там надо? Мне их надо 3, то есть мне надо 3 таких. Я их сделал ровно столько, чтобы потратить. Да. 3 таких и 9 звездов. Тихо. А, тыква. Ах. Я ж подумал, тот, кто платину обычно дает. Шаг не косметит, а кометит. Би-би-би. Пускай будет косметитом, чё ты придираешься? Космический слиток, косметит. И не да. Не волнует. Так, 25 Lunar Root, а у меня их будет 25? Да, у меня их 29, слава яйцам. Так, и, собственно, Супер Дрель, ту-ду-ду-дут. Окей, это новый пикекс, мы просто нахрен шлем. Вот прям тебе нахрен ее шлем. Окей, Стар Дрель, да, на скорость. Дэмэдж Крит нет. Damage Knockback нет, крит нет. Нет. Ты чё, издеваешься надо мной? Дай мне скорость. Слушай, я не верю, что у нее скорость не меняется. Ну вот серьезно. Хрен с тобой. Так, it's time to... Вот. Ну, давай смотреть, что у нас тут есть. Так, пер пошел. То есть, я вот настолько резко прокапываюсь, но при этом здесь я... Погождай. Мне надо копательное зелье. Копать. У Бура скорость? Не, ну а чё? У Буров и Пил нет скорости. Да? Ну ладно. Взяли, убили всякую надежду на увеличение скорости копания. Как вам не яй-яй? Лишь бы все мои надежды поубивать. Убийцы! Окей, погнали ниже. Так, секундочку. Оп. Шлёп. И джин еще вызвать. Текс. Ахалай. Чуть не особо быстрее получается, на самом деле. Ладно, я здесь постою какое-то время. У Буру нет черки на скорость, есть у кирки. Я понял, окей, спасибо.
Но этого бура хотя бы дальность, на самом деле, весьма приличная, надо признать. Интересно, сколько этой фигни надо, если ее настолько много зареспалось по миру, что просто обалдеть можно. Так, теперь синенький еще. Мне сюда. Всегда предпочитал кирку, потому что не люблю звук бура, на самом деле. Мы бы твою голду все убили, если бы не сказали. Да не, я уже отчаялся. Что-то, я могу быстро отчаиваться. Смотри так. Блин, они болгаркой прям рядом с моим окном, походу, орудуют. Громкие, вообще забей. С этим буром ты можешь себя почувствовать человек-соседом? Да вон у меня, блин, соседи. Капремонтные. Здорово, Зелра. Так, допустим. Да, посмотрим, что из них делается. Значит, так. Из тебя делаются слитки, для которых нужен... А, ишн манипулятор, окей, это неплохо. А из тебя... Тоже слитки, для которых всего лишь нужен ancient манипулятор. Это замечательно. Так, дай смотри, что за слитки тут. Дай смотри, что за слитки тут. Так, что из вас делается? Значит, из тебя делается хредновый Magic Damage, Divine Claymore, Inferno Skull. А, Inferno Skull. Слушай, Лал, я его могу прямо сейчас сделать. А давай посмотрим, что это за босс. Слушай, он спаунится очень легко. В отличие от всех вот этих жоп, которые мне надо убивать, он спаунится что-то чудо как легко. И слитки, на самом деле, ни для чего больше нужны, не нужны, кроме как для его спауна. Все остальное, что они дают, это полная херня. Эта руда нужна только для того, чтобы сделать себе новую печку, а слитки нужны только для того, чтобы заспаунить нового босса. И все. Окей, на. Ну давай докопаем, давай заспауним нового босса, давай посмотрим, кто это такой. Человек-капремонт. За окном болгарка, ушак и перфоратор. Я зашел на стрим, ремонтируем хату. Что поделать? Крафт-станцию у сумона-босса, посмотри. Блин, ну вот Свегму, ну чё ж ты меня так обижаешь-то каждый раз? Ну фу. Ну вот ты прям сейчас взял и разочаровал меня. Ёперный театр, Свегму, ну фу таким быть. Для него нужен диван вот этого, да? Диван-печь. Прям, ну все надежды убиваешь, Свегман. Ну прям, ну вообще все. Я так не хочу пытаться фармить себе еще все то, что надо для того, чтобы еще раз убить Тринити. Тринити, падла, такой легкий босс. Ну надо жопу порвать, чтобы нафармить все то, чтобы его вызвать. Для этого надо и кита убить, и Луднара наубивать. А чтобы бафы получить, надо, по сути, и Коглорда убить, и Голема поубивать до хера, чтобы убивать Коглорда. Ох, и мешки гребаные фармить, из которых не падают ни хрена войдбары. И фу, вообще. А Свегман меня еще обижает. Меня Свегман обидел. Свегман, ты жопа! На Старенвилл он крафтится. Че ж ты меня-то раньше времени разочаровываешь? Ты меня разочаровываешь, прежде чем разочаровывать? Какого хрена, Свегман? Перестань надо мной издеваться. Я могу скрафтить сразу призывалку. О, Свегман прям... Фэр. Свегман меня обижает, обидев. Как так можно, Свегман? Фу таким быть. Я написал, что ты даже не показал. Так я-то думал, что ты знаешь и хочешь меня уже... Я все сказал.
Так, Hellstone Bar у меня есть, мне надо 6. Насколько я помню, мне надо 25 костей. Они у меня должны быть. 25 костей. Такс. Что еще там надо? А, Fire Фрагментов 12 и Soul of Night 8. Soul of Night 8. Сам из контекста вырываешь. Не, я просто придумываю и обижаюсь. Ты не путай. Fire Фрагмента. 12 Fire Фрагментов. Inferno Skull. Так, с ночью или тупо в аду? Hell Biome и Трини должна быть. Да, в любой момент. Окей. Значит, мы переобуваемся в оранжевый сет. У меня нет ничего оранжевого через пробафы. Мы берем себе раз, два, три, четыре. Неужели у меня обсидиан скин нет? Нет, вот она. Пять. Жрать. Такс. Мы опускаемся в ад. И сейчас мы будем смотреть, что это за финальный босс такой. Между прочим. Это как женщина придумал причину, я виделся. Да. Да. Абсолютно правильно. Просто сам придумал, сам обиделся. Сам додумал. Сам додумал, сам обиделся. Да. Вот и помогай после этого такому не очень сморсу. Да. После этого надо мне помогать, ты прав. Тяжелая моральная травма, Свекман. Ужас. В смысле финальный? В смысле совсем финальный? Финальнее некуда, короче. Вот в HP больше некуда финальнее. Ну, что я могу сказать? Поехали? Это вот мелкая херня финальный босс? Опа! Оу. Он взорвался, естественно, снова появился. Окей. Не, ну больно, на самом деле, я признаюсь. Еще он исчезает и появляется, что тоже весьма не очень. А еще он не блокирует спаун мобов, кстати говоря. Что тоже весьма не очень. Ах ты падла. Он не блокирует спаун мобов, мне мобы наносят урона больше, чем он, между прочим. Фак. Давай, 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 почти завалил же. У меня только ХП очень мало осталось. Где ты, падла? А, вот ты где. 4, 3, 2, 1. А, блин, это первая стадия была. What the fuck? Теперь у нее сколько? 290 тысяч хп? Да ты шутишь нахер. Не, по-моему, он не шутит нахер. Так, сколько где? Да, в натуре 290 тысяч хп. Найс. То есть все это время это была первая стадия. Окей. Все это время нахрен это была первая стадия. Вот это вот вторая стадия, это типа реальный босс. Я от него не могу улететь даже на своем ультрабыстром маунте, блин, о чем речь может быть. Ау, больно. Такс. За мной какие-то долбанные черепа гоняются все это время. Мне больно, между прочим, причем очень сильно. 520! Вот тебе и, короче, на самом деле я его почти завалил, у него пол хп где-то осталось всего лишь. Но он не мешает другим мобам спауниться, а треморные мобы наносят очень много урона. Просто 520 и все. Not bad, нахрен, not bad. 520 дамаги в лицо. Эх, обидно. А ведь реально почти завалил. Если бы не 520 дамаги в лицо. Угу, угу, угу.
А у меня был там в районе 400 хп. Но мне просто дали 520 дамаги. Вот на пятой стадии он будет на весь экран. Теперь ты понял, почему мы забили на Тремор? Не, ну Свегман, я бы не сказал, что он особо сложный. Но если у него несколько стадий, понимаешь? Если у него больше, чем в две стадии, тогда да, это сложно будет. Но в принципе, моя Кэнди Кэнон с ним, ну ты видел, очень хорошо справляется. Под всеми бафами. Ты понимаешь, если мне сейчас начать фармить себе сверху наковальню и сделать себе кольцо ранжевое, чтобы у меня еще плюс 20% атаки были, я думаю, что он не такая уж и большая проблема станет. Серьезно. Я не думаю, что он очень большая проблема. Я посмотрю, будет ли мне очень сильно лень или не будет, ребята, возвращаться в этот тремор. Но на пока лучше закончить. Посмотрим еще, буду я к нему действительно возвращаться.